Добрый вечер, дорогие друзья! Всех приветствую на канале еще раз. Сегодня у нас в эфире будет общее прохождение, скажем так, No More In The Hell. Нет больше комнат в аду. Сетевая игра. И сегодня будем проходить в компании наших друзей, таких как Эвюрок, Маганах, Бубокс и многие другие. Так что присаживайтесь поудобнее, будет интересное выживание, мочилово, ну и все в этом духе. Кто любит зомби и всякие жвалки про зомби. Присаживайтесь поудобнее. Так, ну что ж, будем пока звонить нашим товарищам. Там они уже вроде как в сети. Пока еще народ собирается вроде как. Так что пока что ждем. Так, я пока присоединюсь к ребятам. Здорово всем, караси. Прием, прием. Что-то пока никого не слышно, наверное, люди подойдут. Так. Так, что-то пока никого не видно. Только пару человек у нас пока в составе. По идее, должны подойти сейчас еще. Так что ожидаем, товарищи. Так, ну пока народ подходит, тогда, ребята, вам на стрим включу музон. Пока что люди подходят, только три человека еще с нами. Вот еще один человек. Так. А какой шум музон, что мне было так скучно. Thank you.
Идем, ребятки. Нету сейчас, вот по идее. О, Жанович, слышишь? Привет, Жанович. Меня слышно? Привет. Да, Жанович. Слышно. Сейчас отлично слышно. Отлично слышно. О, Юра, привет, давно твой голос не слышал. Цикад нету, там тараканы, все. Привет. Нет? А зай. Сейчас тогда, сейчас Буба подойдет, сейчас там Сашка придет. Сейчас Лера, не знаю, я ей не писал. Соседский вроде собирался. Кто еще? Рома. Кто еще? Юра. Юра, Саша. Я тут. Да. Так, ну у нас уже четверо, вон Буба тоже с нами. Да. Еще пятый кадр зайдет тоже. Сейчас. Сейчас. А Курт будет с нами, Курт? Так напишите ему, Курт Вейдер. А что писать? Он вроде написал, но не знаю, точно будет он. Я даже нету, сейчас ей надо в этом написать. Что-то у Жановича микрофон пердит, по-моему. Опять? Да. Да ё-моё. Аж самого раздражает, как я не слышу. Ну, простите. Главное, что слышно, я больше молчать. Нет, ну тут суть в чем? Он, походу, забивается у тебя чем-то, наверное. Может, провод там что-то касается? Да нет, у него там провод того. Провод перекушен, на соплях висит. Ну, перемотан. Голодный ведь этот Жанович будет. Ладно, тогда ждем остальных. Вроде Артем написал, но пока так. Так, а что он сказал? Он сказал, маякните насчет рунки, я постараюсь включиться. Я ему сказал, мы уже готовы. Ну, все, мы начинаем через 15 минут, скажи. Ну вот. Да, скажи, тут можно пока там музыку поставить, Серега, на фоне там стрима, если как раз... Это ж хотите музычку? Да я уже поставил одну музыку. Я пропустил, на чем вчера этот готика закончилась? Ты добежал до Анаровской этой? До чего добежал? До Анары. Я добежал до этого фермы, этого Акима. А, так это не та, это Акиловская ферма, это ж не та. Да, фирма. Сегодня я еще продолжу, так что там сегодня интересная серия, ты можешь посмотреть. А, ты еще и стримить будешь, нихуя? Не, я уже отстримил днем. А, готику? Да. Блядь, что ж ты не сказал, я на работе там сидел бы. Этот задание выдавал. Так он говорил, будет сегодня в 3:30 начинать. Ебаный, а я потом стримнул скоро. А у меня вообще идея есть такая дебильная. Короче, ноут на работе поставить и, короче, стрим запускать целый день. На Твиче смотрели, как сидят люди, работают. Ну а почему бы и нет? Так люди делают, кстати. Ну да. Все там срачи, маты, перематы, там ругань и прочее. Так это вообще целая Санта-Барбара будет, понимаешь? Сериал можно выпускать. Ты что, там с поставщиками разборки, там, блядь, с ключами нахуй рвали. Разве что стульями не швыряемся пока что. Так, кто это у нас тут? Рут и Хэн какой-то. А, это программа. Это что такое? Это Буба опять там что-то включил, походу. Ё, а что это такое, блядь? Что у нас какая-то космическая тематика. Да. Не, музыку нам не надо включать тут всякую. А то. Не пойму, откуда эта музыка. У меня, короче. У меня писали, эта музыка играет. Блин. Я не включал ее нигде, что за хуйня.
Да, хорошо, что я пометил стрим 18+. У нас, ребята, будет много мата. Ура, материться можно. Да, ну вы не стесняйтесь реально материться, но только в меру. Ё-моё, а чё это такое, блядь? Так. Жадарч качает там по полной прокате. Музыка качает. Я не знаю, откуда она взялась, это... Жадарч, это такие баги. Не знаю, начали заполнять тебя. Жену вещь тебя взломали. Пиздец, блядь. Бедный ком Жановича. И так еле тянет игру, так еще и взламывает. Так, нас пока четверо. Кто там еще? Артем, потом Стас и Лера. Да, Лера точно будет? Ну, она там пяткой в грудь себя била, говорит. Ну, окей. В скайпе показывает, что она в онлайне. Я ей написал, но она ничего не ответила. Скайп показывает неправильно, она не в онлайне. Ну, она действительно не в онлайне, скайп это у нее какой-то глюк, что-то у нее зеленый статус, сейчас все время то желтый, что-то. А этот как у Александр Пугаркин с нами не хочет сыграть? Он вроде хотел одно время. Ну так пиши ему. Ну я вот вроде в конфе же написал. А Сашка, он будет сегодня? Да, будет, сказал же, уже ставит. Сейчас тогда напишу ему. А, он уже ставит что-то, да? Да. Чертова вебка меня опять погасла. Так, ща. Ща ему напишу. Так, кого еще забыли? Этот Гумич еще, она говорила, будет. Да, то, короче, там 8 человек набиралось. Так, что-то... Ну, Джипомича можно минусовать. Он не будет? Нет. А что он в итоге? Он же хотел. Ну я ему написал, он говорит, что не может. Mm. Ну ничего, сейчас я вам подойду. Максим. Сейчас Максим. Там кто? Не Муша должен, а Лера. А, кстати, где они Мушевили? Ну тоже хороший вопрос. Важный вопрос, сейчас я ему напишу. Александр, кстати, не ходит Геращенко с нами? Наш а Казуал Найт? Вот, Казуал Найт, наш любитель. Метроид. К берегам своей мечты было в 1:50, блядь. А, у меня мечты уже не хочет, по-моему. К берегам. К берегам своей мечты, он, по-моему, уплыл куда-то. Он уплыл к берегам своей мечты. В 1:30 был человек. Блин, под эту музыку хочется в Doom поиграть. В Doom поиграть? Ой, Дум. Помните, как мы этот Диабло убили? Как я через кайф убил этот Диабло. Этого железного дровосека без мозгов. Как я через кайф Диабло убил, просто с силой мысли. Да. Для вас, наверное, с ностальгией вспоминается Диабло, а вот для меня не очень, за этим варваром, блин. Этим хлебушком, как Юра там... Там управлял. Нужно кузнеца персонально у себя на горбине постоянно носить, чтобы он тебя всегда чинил. Ох, это было то еще приключение. Даже свиток просто с порталом использовать не можешь. Ну, интеллект как у хлебушка. Ну да, чуть-чуть. Так, ну я приветствую, тем не менее, зрителей на канале Dark Knight, приветствую, Сейфера приветствую, Джекома и его Рока, всем-всем вам еще раз привет и... Привет, Дарк. Приятного просмотра. Ну чё, зазывай. Зазывала где-то. Да уже все зазывали, но только вот Лера, Стас, получается, и Дюша Метёлкин. Дюша Метёлкин. А вообще, конечно, остается, получается, это как у... наша совушка, вот, Артёмка. Ну он вроде в сети, сейчас, наверное, включает компьютер, так думаю. А так вообще за Гомеза, по-любому. За Гомеза. Гомеза. Столько Гомеза. Ну ладно, сейчас через пару минут тогда буду запускать сервер. Давай, давай, я пока игру гружу, чтобы она прогрелась как раз немножко. Сейчас. Угу. Ну а
я как обычно на два фронта сейчас и играть, и суши резать. А дурно. Фрольчики делать. Ну моя крутит, а я режу. Так, ну пока будем ожидать наших остальных товарищей. Осталось недолго, я Артемке написал. Он вроде сейчас должен ответить. Да сейчас уже будем это через пару минут сервер запускать. Пару минут, ребята, ожидаем. Так. Главное, что у Жановича наконец там не эти парады не кричат, не трубят на полную катушку. Это самое главное. То есть были бы парады, то я думаю, мы бы долго не подержались. Военный марш закончился. Да, тут музычка уже ноуморовская орёт, надо выкрутить его нахер, блядь. Это моя, походу, музыка. Не, музыка вообще выключена, то есть Серёга тогда слышит. Видео сделаем вообще топчик, что супер. Сейчас на минутку отойду. Давай, мы ждем. Да, ох, у нас сегодня будет заруба. Блин, уже полчаса прошло. Еще бы. Ваш БЗ там. Там Буба что, ежа проглотил, что ли? Кого? Буба ежа проглотил, что ли? Карася, блядь. Карася жареного. Каждая ночь посыграет нам повесть о... повесть о бедном Гомезике. Повесть о бедном карасе Гомезе, да. Сидит такой, сука, плачет. Где мой карась? Где мой карась, сука? Был карась и нет карася. Был, да. Жил без страха и умер без страха. Если что, без меня начинайте, я чуть-чуть подольше задержусь. Но я подсоединюсь. Окей, ну давайте, чтобы не скучать, я пока сам создам сервер. Да я ж уже сейчас буду это делать, я же сказал. Ну давай, делай. Карту, кстати, какую потом брать? Ну ТЛД, конечно. Ну ТЛД, будем разминать пока пальчики. Ну хорошо, ну ТЛД так, ну ТЛД. Чукур, я в ванне прячусь. С Гомезом, да? В ванне говоришь? Ну хорошо. Так, хорошо. Хорошо. Ну паролик вы будете знать, когда я создам. 1, 2, 3, 4, 5. Не, просто. Я иду Гомеза искать. Гомеза. Так. За Гомеза. За Гомеза. Так, ну мы узнал, запускаем игрушку. Да, сейчас буквально через... минутки 2-3 начну рассылать приглашения, хотя вы и сами сможете зайти. О, Лера жила, я опаздываю. Насколько? А, домой только едет. Ну, думаю, может через час. Не, ну мы ж не прям долго, сколько мы. Не, мы максимум до полдесятого потолок, потому что еще у Лёхи будет стрим по самих его. Ну, да, можно, в принципе. Да, там как раз, в принципе, времени хватит. На час где-то за. Ну, может. Лера как раз подскочит на, скажем так, полчасика стрима. Чисто там кинуть в кого-нибудь что-нибудь и все, и гг. Там карася кому-нибудь оторвать. Карася оторвет там, да, что-нибудь это. Да, будем тогда ждать с удовольствием. Деньги. Пока игра грузится. О, и Максим ответил.
Так, отлично, прогрузилось. Так. Так, что-то Боку показывает, что нет сети его. Сейчас. Включаю. Какой там пароль? Один. Один недобитый карась. Я уже это, коннекчусь туда. Я тоже, все, отлично. Где там Сашка? Который мочу тоже медведя... сейчас уже готов будет. Он, Серёга, историю расскажи, как он мочу медведя купил за реальные деньги. Что там за моча медведя? А там игра была про охоту, и там, короче, нужно было мочой медведя обмазываться, чтобы, короче, оленей убивать. Типа они на этот запах приходили. Чего и он потратил там то ли 200, то ли 300 рублей. С другом на пару. Ну да, а друг там вообще красавчик, он там еще больше тратил, по 900 по штуке. Чё-то за моча такая, золото что ли там? Да-да, из пикселей. Ну как я сказал, кусок пиксельного, вы поняли чего? Но за такие деньги, я не знаю, проще было бы новую игру купить. Я вчера хотел дать немного кинуть, блять, я не нашел нихуя ссылок. На что это? Ой, блять. Опа. На что это, Жанович, ссылочка? А? На что это ссылочка, Жанович? На что-что? Ссылочка на что? Ну донат там куда кинуть, я так и не понял. А, так ты этот... как он называется, там ссылка на Donation Alert, просто копируешь ее, ну там внизу под ГГ есть. А и все, ты можешь сделать это прямо сейчас, пока идет стрим. Ладно, в общем, вот игра началась, поехали. Что такое, что происходит там, притормаживает. Ну, прогрузись. А, ну да, прогрузился. О-о, ползут уже, суки. Так, я пока в настройке. Ну ты чё, уже поменять настройки успел? Не, я ещё не успел. А, всё у меня есть. Всё, надо работает. Так, я с топором. Эти уже упорекут. Один, а. Серега, аккуратно. Ага. Все, подкрываем. Я прикрываю. Прикрой мою задницу. Детишки. Минус ребенок. Сейчас. О, пока. Я приседать начал. Смотрите, как приседают. Дайте, блять, пройти, я застрял нахуй. О, этот на лестнице уже сидит. О, хорош. За гамеза. Нормально, красота. За гамезика сейчас мы дадим просраться. Сейчас дадим просраться, падлы. Карася засунем. Кто там нашел? Карася хочет. Да пошла ты. Я минус. Я кувалдой стою прям очень сильно, у него тахикардия уже. О, тут такая пачка. Нет, гардион на стрелке. Вот, твою мать. Ой, блядь! Это нормально. А мы что, на хардкоре играем, что ли? А где цифры, блядь? Слушай, а мы реально на хардкоре играем? Опять этот бухач там... Ну, вообще-то сложность стоит козвал. That was my last magazine. Ну, вообще нас толпа, как бы, и возрождения будут, поэтому я думаю, если стоит еще помимо казуала хардкор, то в этом ничего страшного нету. Тем более карта легкая. В принципе, можно, да, почему нет. Кто помрет, он-то воскреснет. Ну, что там кто взорвал-то? Пошуметь, блин. Что там взрываете? Пугайте так. А я пойду с ключом скажу, пока, надеюсь, вы вдвоем тут не подохнете, я пойду принять.
лишнее скину. Такой себе топорик. I'm down to 5 shots! Чуть ключ текстуров не проебал. Когда же вторую часть-то выпустят, интересно. Ну, пока про это сведений нет. Они там померли. Их все сожрали. Живы. Их все сожрали просто. А вот ссылка у меня не открывается нифига. Сколько раз ты не кидал, сколько раз я сам не заходил, ссылка у меня не открывается. Интересно, а заспидранить можно эту карту? Ты чё то уже? Почему цифры нет? Реально, что-то не видно ни зоны, ничего. Вот, мачете. Ой-ой-ой. Я даже не знаю. That was my last magazine! Вообще, если на C нажать, зона-то где находится, видна. Видна, да. А вот количество зомби нет, это немного. Да. Так, момент. Короче, я что-то несу. Что успел схватить, то и несу. Как говорится. Все, что плохо лежит, все в дом. Да. Лучше командный игрок по версии. Здрасте. О, здрасте, здрасте. Заходи, товарищ. Нам тебя очень не хватало. Заходи, не бойся. Выходи, не плачь. Да, ха-ха. Только хотел сказать. Бля. Бля, какие. Буба. Я сзади, Буба, глянь, что я тебе принес. Целую ты... коробку, блядь, подарка. Конфет сказал бы. Куратор, смазка, там наркотики. Какой пароль? Один. Классика. Классика жанра. Так, где мы хабар будем? Серега, кто тебя уже попиздил? Меня, да тут местные эти. Козлы. Вон один там. Хабар, где хочешь там бросать. Ой-ой-ой, пуск на стриме, я знаю, это не исправить, у меня такой захват игры просто, так что... Вообще это исправляется легко. Ну, это исправляется по-другому, у меня будет неудобство с этим потом. Ну, может, я неправильно настраивал. Да нет, я же знаю. Серега, ты красивый, как шипа. Скорее, как карась. Ой, блядь, ёб твою мать. Ой, ёб твою мать, это что такое, блядь? Что творить? Это Афганистан, что произошло? Да, военные действия. Опа, только не кидай, иди вон со сваркой там это. Добудь нам что-нибудь. Ну хорошо, пойду прогуляюсь. Но ой, нет. Слышите, а вот цифр нету нихера, и вот мы не знаем, сколько оставлять этих. Ну и так интересно, да. Ну ладно, убедил. Все-таки. Это шипит что-то, взорвется сейчас или что это такое за звук? А, это пластинка, господи. Или микрофон. Не-не-не. Про микрофон лучше не упоминать, а то сейчас это начнет у него глючить. Да. Я убрал пушку толк из-за Варкрафта. Ну вот и Варкрафт стал. Где? Опять я слышу звук динамита. В армии Лордерона в полку прибыл. Ой, Лордерона, может быть сейчас этот, как его, переметнусь за нежить такими темпами. О, анимуша, как? Анимуша в дискорд заходи, в дискорд. Что это? Что, вообще? Основной. Саш, вот скажи, что ты пошутил, да? Я пошутил, я играю. Там Бэйма прокачали сейчас. Вернули ему былую силу. И Саша как-то подзамолчал. Да не, продолжайте. Блять, что за звук? А, это кто-то... А, это Буба варит. О, я пришел вовремя. Пирожки. Опа. Так, это сюда. Негр знает, что взять. А карту эту, да, улучшили, походу? Что-то конечно, кукурузного поля. Облегчили ее до невозможности.
Типа, ты на втором этаже посмотри, там на снопу патронов, и сколько там бутылок зажигательных, ты охереешь. Я в подвал, короче, вторую штуку несу, отличил, если кому-то надо. На втором этаже стоит, и уже вот, все стоит на подвале у нас. Так, я сейчас хочу двери заколотить. Молоток, заколачивай, Жанович, все заколачивай. Двери не закрываются уже. Ча, подожди, я что-то... Здрасте. Привет, Ванич. Хеллоу. Хеллоу, everybody. Welcome, Red. Move your body, everybody. Welcome to my chopper. Блять! Ты так, если перебудешь. Блять. Страшнее не зомби, а крики Женьки. Женька вообще так. Что за хуйня была? Женя, ёлки. Кто меня загрыз, кто меня сжёг? Суки, блять, ёбаные. Я просто делал тише, а я всё равно слышу. Падаю, блять. Ну че, Женю опять жарите, что ли, там, карася ему? Ну нихера себе, вот это вы мне подарок сделали, я ж охренел. О, топорик, сейчас я найду, убить и покараю его. Так, ладно, хуй. Ой, тихо. Ой, блядь, ой-ой-ой, ты шо такое? Ёб твою мать, ты чё было вообще? Слышу. Ой-ой-ой, это я бегающий. Глянь, там еще один горят. Чё, говорят, ходячие мертвецы закончились? Как это? Нет? Ты что? Что-то... 59-я серия последняя, мне Андрей сегодня сказал. Не может такого быть, я слышал их там до 2025-го или какого-то там... 9-я серия. Хотят... А чё там снимать-то? Да? О, там есть что снимать, там ещё... Флэшбэки. Вьетнамские флэшбэки. Нет, на самом деле там масса пусто. А о чем это? Проходячих зомби сериальчик. Так, там что-то сейчас взорвется. Да что там, блядь, взорвают, а елки-палки. Куба, это ты, сука, я тебя знаю, да, вот твой путь. А нет, ты на втором этаже, подожди, а кто меня взорвал, блядь? Я очкую к вам в дом. Подожди, кто меня взорвал? Я сейчас. Губа на втором этаже была, я на первом, меня кто взорвал? Вот так вот. Кто-то мой почерк. Интересно. Ну что не так, ищем. Ищем человека, у меня есть топор, я сейчас, сука, найду и попытаюсь убрать. И сейчас, блядь, карася загоню по самый бедный. А мы тут по хардкору умич играем. Ну, в смысле, Буба забыл поставить, блядь. Мачете тащит? Да, мачете себя тащит. А топор? Нет, ну он хреновенький. Топор не... Да, блядь, что происходит? Что вы там взрываете? Я не могу видеть. Стас, там что-то происходит дикое, я не знаю. О, блин. Стас, береги карася. Ой-ой-ой, беги. Стас, там тоже горят, убегаем. Там тоже горят. Везде все горят. Ай, блин, да сколько вы меня заразили. Вот отлично, отличное начало. Не, безопаснее всего вне дома. Да. Ничего не взрывается. Нифига себе, как заражение будет стоить, капец. Да это... Ой, блядь. Буба, как всегда, в своем стиле поставил сложный уровень. Ну, зато воскрешение сколько хочешь. Он поставил казуальный как раз. Тут воскрешаешь, а ни от чего независимо. Что, у меня патроны закончились? О! Отлично. Я буду, наверное, с окна их отстреливать. О! Эй, это я! Блять, ради бога, извини, я думал, это зомби! Прости, Санек. Зомби ходит с топором? Я специально это сделал. Дичь какой-то трёс. Ты специально это сделал. Нет, прости, я извиняюсь. Я серьезно думал, вы зомби. Ой, сколько добра. Оу. Сашка, я тебя сдалека с зомби спутал. Не бежали. Ой. Так, вот и гад, да? Чё там вы делаете, Лизерги? Где зомби? Блять!
Вы бы дом спалили и взорвали, наверное, раза три уже. Да, если бы во второй части... Какие горячие зомби, видите, какого они бегут? Ух, ёлки! О! Ой-ой-ой! А то Онич в окошко решил спалить впервые меня. О! Ты не помнишь, Виктор появился. Интересный момент. Это тот, что ли, какой-то? Да. Так, надо сапплай взять. Ну бы еще мою мачете забрал, вот гад. Сраный. А, нет, не забрал. Жанови, чё тебя попас? Жанович пропадает. Жанович вообще нихера не слышно. У него этот компудахтер, наверное, перезагрузил. Ну, это перегрузился. Чё, меня не вплыли? А, вот сейчас, да. Сейчас слышу, только попёрдываешь опять. Это поверхность тебя пошли. А где сопли, я не понял. А что у меня не отображает статистику? Тебя... Помехи в эфире. Помехи, да, ну, сильные помехи. Ёб вашу мать, кто дом спалил-то, я не понял. Дом горит, крыша горит. Почему не отображается у меня это? Только осталось. Ну, потому что сложность казуала хардкор стоит. За какой-нибудь казуала хардкор? Ни у кого не отображается, да. Ни у кого, у всех хардкор. Тогда, да, мы... тогда в чем смысл, я не понял. Мы профи, ну просто тебе не показывал. Типа хардкор. Да, магазин! О. Мы же не знаем, сколько до конца зомби. А дай его плакать. Ну ничего, мы ж профи. Это тупо игра вслепую. Как в жизни. Наркомания. Да, это наркомания, вот же мы вычитаем. Да, наркомания. Наркомания. Да. Так. А не понял, а что ты что-то готику не стримишь? А я уже отстримил. Ах ты киборг, все успеваешь. Конечно, киборги такие. И тут, во имя Гомеза. Во имя Гомеза все успеют. Я шел как раз до Лёхиного стрима. Лёхин стрим будет, Саня. I got no loads remaining! А куда сапой выкинул, я так и не понял. Нихера себе. Где вот тут вообще не было, помни. Это, конечно, не очень хорошо, вот тут наугад, не знаю, что по зомби я спала. Да ладно, чё уж. Типа реализм. Мы же столько играли, господи, чё уж там. А где ему там, зомби, где ему застрянет, непонятно где, вот где ищи его, непонятно. Так, так ты же... и так его будешь искать, как бы. Тут вроде он уже этот, не всех не обязательно болеть. А, отлично. Full magazine. Ой. Ох, там попёрдывает. Чего? Помехи у тебя с микрофона. Нет, тут скорее другое. Тут не помехи, а микрофон говно, наверное. Ну, пиздец уже, да. Лет, и я его покупал, блин. Рублей 20. Еле дышит. 20 рублей. Да. Честно. Вообще... Подожди, кто там с этим запилой? Это Буба идет? Я вот не могу никак. I got at least half a mag here. Не прицелиться. Даже. А, спрятал, да? Спрятал, да? Че ты смотришь? А? Спрятал нахуй ZPU. Капец, не... помехи. О! Ага, блядь, попался, вот. Расточитель, блядь. Вот, давай, давай, хуярь, полы сделай, блядь. Сделай ремонт, как говорится. Ремонт, да, давай, школа ремонта. Так, все хорошо. Ох, как пердик там. А вот один есть, ничего. Может, танки установим, поиграем? Танки, ох. А что за танки? World of Tanks, что ли? Да, у нас танки.
Старший опер уполномочен. Half a magazine! А что я с ним сделаю? Погромче, потише или выкинуть его нахуй? Выключи. Я просто... Ты его, походу, там не зацепил, он пошел пердеть. Да, ну сейчас, подождите, мне... Чипнет, я сейчас не виноват. Я сейчас попробую переключиться на микрофон от вебки, может быть. Давай от вебки. Микродержание будет. Сейчас. А теперь ты первый раз включу. Резко приходи. Там полицейский какой-то. Не-не, это этот. Попердует этот микрофон просто. Да засасываем вообще нереально, как пылесос, но зато в нужное место все. Ой-ой-ой, вот эти бегунчики. Такие быстрые. Там в настройках звука выбираешь другой микро, да и все. Не, так намного лучше. Да. Я его вообще не слышал. Да. Что по оружию не густо вообще. Ребят. Ах ты ж. Что там опять взрывается, ёб вашу мать? Что там разносите? Куба, что там взрывается? Бочка взорвалась. That was my last magazine! Так что я не виноват. Оу! Зомби сами бочку взорвали. Козлы, чё сказал. Нахуй из этого дома. Ой, блядь, что такое? Ой, зависло. Чё там? Ёб твою мать, зависло и меня убило. Зашибись, из этого огня, блин. Ой, блин. Не, меня не жрут, у меня все хорошо. Боже, банка живут. Блять, валим отсюда. Меня кто-то слышит хоть или никто? Да, слышно. Спасибо за подписку, консоль чик. Бой. А кто меня погрыз? Welcome. Зомби, это что за парад? Парад огнестойкий зомби. Не ход РПК, что ли, я не понял? Серега, да, Серега, убей меня или кто-то убейте меня быстрее. Вот Буба он не любит. Вот. Все. Все, да, подписочка только вот с Ютуба, что увидите, на. Хотя на Ютубе вроде трансляция не идет. На Ютубе подписались? Да. А он у тебя уже, может, работает? Может, уже сняли? Не знаю, но почему-то нету ни сообщений, ничего. Это что за херня? Что за бочка? Что-то по патрону вообще хер какая-то. Ох, ёлки, они тут повсюду. Проверь, Dark Knight. Ну там мы не знаем, может, ну что-то смотрим, да. Вот вкратце вообще так лежит. Так можно без этого вот играть. О, Юра, вы не вступает. Чего там не получается? Ой, блядь, хоп! Это что было? Это что за бочка? Это что случилось там? Это я там бочку ударил, походу, случайно. Нет, они сами ее взрывают. Не-не, это я ударил. Бомби сами взрывают бочку. Да. Старыми. Что-то по патронам вроде есть, но нету оружия. Где оружие все?
Видать, в кукурузу не ходили. Не бля! Быть. Я с вами. Хорошо, держи. Блин, только минус управления, так тут другое стоит. Это наркоманский режим. Не видно, сколько зомби, а сколько волки и зомби. Так интересней. Личинку Бубы. Да. Где все оружие? Я не понял. Ни снайперки, ничего нету. Снайперка? А, не, у меня МК. Ух ты ж, ёлки. Так, ну ладно, Курт Кобейн. Таблетки есть? Давай лучше, как Курт Кобейн, застрелись. Окей. Ой, блядь, это личинка будет. Зачем таблетки, вон ружьё лежит. Быстрее будет. Я не должен красивый. Не знаю, может быть глюк интерфейса, но у меня все прошло. Охереть, а что за личинка будет? Я убил него, три раза выстрелил. Наверное, иммунитет хороший. Вон на снайперку до хренища патронов. Нету что ли этого сапфая, не понял. А че, сапфая реально нету что ли, что-то не пойму. Да в кукурузе. Ну если в кукурузе, нет там ничего. В кукурузе, что не в кукурузе. Губа, хватит меня в окно выталкивать. Блять, ты сам что ли прыгнул? Кукуруза, ну-ка. Где тут кукуруза? Ничего тут нет. Ну, уже ж сколько прошло. Надо восьмую волну отслеживать. Сейчас где-то пятая, наверное. Тут только гадать можно, ибо режим наркоман звучит. Для настоящих мужиков режим. Да, слепую играть. Хер, ух ты. А где снайперка? Реально патронов сейчас снайперки нет. Да патронов до хера и дробовика нету. Чисто. Или я пылесосил локацию, раз там меня встретил, а тут с ружьем стою в сарае, да? Да, это вообще не было. Так, ладно. Тут, кстати, прям патроны раскиданы, я заметил, прям в кукурузе можно найти. Ого, пугался, это интересно. Да блин, мне бы двуручное оружие, желательно кирку. Это как, по-моему, кирки нет, хотя могу я что-то. Там топор внизу лежит. Ледоруб есть в игре? Ну, да, есть, это... только его еще найти надо. Тронники, да, Сам? Побежал да. Я туда за топором. Про это хотел шутку сделать. Да не шутку, просто. Просто, да. Скин тросков, да, и человек. Блядь, что-то пишет. Их тут много. А ой. Вот это лежит. Кувалда, отлично. Лава образовалась. А у кого дробовик? Возьмите тут этот, наверху патрончики есть. До хера причем. Нихуя сколько детей! Пиздец! Чё там, чё там? Чё там такое? Охуеть, Илья! Ты меня тут заблокировал, они теперь около лестницы стоят! Ох, ёб! Охуеть! Бля, я и гранату выкинул. Блин, где я, короче, меня в доме замуровал. Буба пробежал, короче, мимо меня. Мне здесь детский сад, короче, теперь сейчас. Так, сейчас будет писат ромашка. Ненавижу, блять, детей. Ой, не говори. О, один. На, сука. Дети. Маленький. Как назвал там? Короче, надо спасательную миссию. В сарай организовывать. У меня 22 патрона, ничего. В каком сарае он застрял-то? Маленьком, большом? Не, большом скорее.
И она как священник в халфе, помните? Сгоняешь на нечисть. Тут дети два сарая, мои. Один маленький, другой большой. В каком ты? В ближнем или в дальнем? Ух, ёпта. Беги, тут дети! Всё, вот. А, сейчас мы детей порубаем. Какой ты добрый. Это... Я несу людям радость. На ютубе нету? Понял, да. Так, там выжил человек, который пошел меня, или я его сейчас похоронил тут? Я похоронился, все. Но я жив. Да? Ага. Походу это не тот сарай. Ну извини, но у меня IQ меньше 100, походу. Да, все норм, блин. Главное, тебя спасти там, я-то поджарил вроде. Я уже два сарая обшарил, в каком-то. Он перебегает с одного в другой. А что там варит опять? Все, тут чисто. Тут вообще бегаю один на кухне, тут ни зомбика, никого нет. Есть наркомания, это вообще из этого. Я только слышу, что кто-то у кого-то стонет. Да, я только слышу, что кто-то что-то взрывает и кто-то что-то горит. О! О! Опа! Нихуя себе, блядь! Ебать, я улетел! Жень! Посмотри! Посмотри, посмотри, меня этот негр в меня врезался! Где он тут валяется? Ебать, а как из пушки улетел? А, вон он валяется! Или нет, нет, это зомби! Полетел, блин! Так по идее... Блядь, кто не мушен, он меня преследует! Там саплай, кстати, скинули. Это восьмая волна, Серега, я прибегу. Ага. О, мачетку возьму, давай. Бандаж. Так, че еще раз сапать? Ой, прости, блядь, Серега. Что там из ближнего боя в саплае что-то выпало? В рейндж и фубар, и найф. Три лоудс ремейнинг. Серый, сзади зомби, Серега, сзади зомби, зомби, сзади. А вот он. О, как раз, вот это мне надо. Это выкинуть нафиг этот молот. Бинты надо. Готов. Так, стрелы. Бля! Все. Пульки я забрал. Нет, там еще этот остался лук. Теперь пылесос этот по всей карте, блять, собирать патроны нахуй. Вместе с телом. А че там, Жека так сильно. Да блять! Че там дым тут? Блять! Че вы там, блядь, делаете? Я в дом, короче, там безопаснее. Я тоже пойду от греха подальше. Эй, кто тут кидает, я не понял. Это Буба, где ты за силой кидаешь? Изверг, блин. У него план, наверное, блядь, закидать всех. Так, это была восьмая волна, значит, еще две волны, по идее, надо выиграть. Не, в принципе, патронов до хера. Там снайперку хоть кто-нибудь взял? И я взял снайперку. А, вот, все до херечи. Есть у меня по себе она, если что. О, патрончики, патрончики. Отлично, отлично. Так, вот, нахуй. Вот это вот нахер. I've got six mags remaining. Ой, еще патроны. Отлично. Да в смысле? Вообще красота. Охуенно, 100 штук. Я готов. Все, снайпер готов. Минута, я из-за тебя чуть седым не стал. Стас, аккуратно, Стас. Ой, блядь, что тут дымится-то, ёлки-пал. Что вы там делаете? Да блин, на этой лестнице коряво ударное оружие работает. Куда ж вы идете, блядь?
подвал попасть. Это вот в окне губа было. Бля! Что появится, блядь, отстрелю. Да горячие, блин, эти. Ой, блядь, ой, блядь, а я огнетушитель дома забыл. Вот он нахер. Кто с двух сторон, суки? Да, Какой ребёнок нахуй. I only have 6 rounds. Кто здесь лазит? О, господи, не понял. I got 10 loads left. Стопай ты уже себе пузяку быстрее. Ой, блядь. Идите, блин. Pretty well stocked on load. Офигеть, стою на кухне, ой, да, в этой ванной, себе спокойно пузяку стопаю. В окно коктейль молотого, в лицо. Что ты, блядь, вылупился? Чуть не сгорел еще, да? Блядь, ёбаный в рот сел, блядь. Я снимаю этот сериал дальше. Сериал снимаешь? И чё, про негров в естественной среде, блядь? Как на бутылке сидят. Собака отцепит. Ого-го, тихо-тихо. Сашка, когда в Майнкрафт пойдем играть? О, скоро. Скоро, да? Деграднем до этого скоро. Майнкрафт. Это любимая разница. I got 9 loads left. Да ты, блядь, полез. I got 9 loads left. Не, ну Industrial Craft был интересно. Ну да, я не спорю. Было весело, хотя это наркомания. Когда ядерный реактор взорвался особенно. I got 9 loads left. Лучше мы туда не вернемся, да, Санечек? Ну его нахер. С этого слезть очень тяжело. Да. Три раза подсели, три раза подсели. Четвертый. В этом уровне добавили еще перезарядки ловушек. Ой-ой-ой-ой. А вообще, если депутат Майнкрафт будет стримить, то он большую аудиторию соберет. Фу, блин, Майнкрафт. Я соберу там такую аудиторию, что... Майнкрафт, так что его фронт... Будешь этим, вождем. Где-то четвертый или пятый по популярности после PUBG. 8 loads remaining. PUBG, блин. Да. Одна другого краша, блин. Капец. Ну да. Что-то у людей дурные вкусы, я просто вот офигею. Да. Делали для дебилов. PUBG это реально, это такое, это вот реально вот. Говнище, не, мне нравится. Мне он нравится, мне не нравится, что ты там, например, можешь час потратить и потом тебя где интервью. Мне вот Counter-Strike нравится, там на 16 человек, там все это намного быстрее проходит. Все, все заражен, отлично. Я играл, мне в принципе понравилось. Там минут 20 одна карта. Осторожно встану, я возле пианино. Умрите. О, блин, тут горящих людей. Юра, там горящие люди. Спасибо, ты вовремя сказал самое главное. Берегись горящих людей. Я же убегаю в эти же. Берегись горящих. Вот и же я убегаю. Ощущение, что они бесконечные просто идут какой-то. За Серегой, походу, побежали. I got 7 loads remaining. Я только появляюсь ножом, не знаю, берегись горячих людей, я просто помогаю. Поздно он тебя предупреждает, короче. Главное вовремя сказать. Ой, ой. I got 6 loads left. Рука, ты красный как рак. Да ёлки. Прости, Буба, я в этот момент перезаряжался. I got 5 loads left. Ой. Как не достал. Дитё в дом залезло, цыганское. Чёрное, блядь. Перезарядка. Да в смысле? Ну как так? Понял? Ударом биты я по нему не попал, а когда нажал толстый, попал. Как так? Я не понимаю. Радио.
Ты приударил на ногу. Краснючие все, ё-моё. Хочешь, я таким сделаю? Блядь, начинается. Намотала на старую, блядь, пизду, всё, я тебе больше не можно. Согласен, я это в обществе знаю. Да-да, я знаю, кто этот, как бы, генеральный директор, блядь, это в обществе. Ой, в очках таких. Ой, блядь. Есть, отлично, Серег, ну, классно. Вояка принял. О, это кто туловище пробежало? Это вояка, блин, охренеть. Ну, тут подожди, сейчас личинка Серегина принесет. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Сейчас я рекрутирую. А кто это дергается? Ой-ой-ой, шутик уже ни хрена не было. Это сейчас девятая волна будет, по идее. Так, кто тут мой добро спалисосил? Я надеюсь, негр в этой серии выживет, на машину все-таки сможет запрыгнуть. Это последний раз с этим были большие проблемы. Так, вот это... Стрел мой этот. Ой-ой-ой-ой-ой! Просто с трех сторон. С одной стороны побегу, ну, нормально. Удачно. I got one magazine left. Где моя Матильда? Вот она. Вот он что-то загорелся. I got one magazine left. Куба, вот ты, блин. Чё зимой меня лупит? Помка или лопата? Винты, блядь. Ой, блядь. Блядь, блядь, блядь. Чё там у вас? I got one magazine left. Да откуда вы прёте, блядь? Когда вы закончились, уже заебали уже тут нахуй лазить. Очищение Стратхольма. Скажи Губи спасибо, так как ты выбрал. Наркоманский режим, конечно. Да нормальный режим, просто ну, походу, криворукие. Нам надо учиться сразу на кошмаре. Да, вроде. Тупо зашли 2 минуты, удалили игру все сразу. Запуенно, да. Поиграли. I've got 9 mags remaining. У вас своими этими взрывчатками уже подзолбался. Сзади кем-то бегит горячий, кто там. Бля, кто там? Ай, бля, это зомби. О, отлично. I've got 8 mags remaining. Опа. Губа, ты где был, блядь? Где? Да тут везде брожу. В поисках добра. А где твое оружие, а? Я уже спрятал. Это уже 9-я волна, что ты там прятать собрался? А, ты тут остаешься? I got one magazine left. Да, Сука, вогнутый прошло, кто-нибудь знает, хотя бы приблизительно. Ну, штук 9. 9, скорее всего. Я не знаю, если на этом хардкорном режиме нам не сообщат по рации, что спасаемся, то мы все... Эй, бля, чё это такое? Они могут не сообщить, да. Нет, блядь, это чё было вообще такое за представление? Вот зачем? Нет, блядь. Мне проще их было так по одному вырезать, чем они сейчас носятся как, не знаю, как петухи ужаленные. Блин, многовато. Дилов ваши нет. Блядь! Что за хуйня, блядь, может убить? Ай, ёпой мать! Что тут происходит вообще? Ой, я еще и заражен, отлично. Серега, не трать патроны, я давно уже сдохлый, считай. Ну давай тогда. Погибай, как говорится. I got 7 без страха и без смерти. Ой, жив без страха, как говорится, умер без страха. Вот и все. Вот эти бегуны, они как-то непонятно. Бывают, они тебя бьют, вообще практически урон не наносят. А бывает просто ваншот.
причем неважно, в спину, в лицо, куда угодно. Там же внизу ящик стоял, я подлечиться могу. I got 7 mags remaining. Грёбаные дети. Тут так очурился. Так, что есть тут вообще? А, блядь, вот где все оружие, кто потой под... Это может Куба, тут Тайвоночка, хотя бомжовая, Серега. Да, это не моя. Если бомжовая, это точно не его. Ой, тут еще огонь. Тут везде огонь, что ли? Блядь. Так, надо бы там заколотить, наверное, все. Да вот, здесь все оружие под спорвали. Сашка, держись, брат. Там, Жень, да ты прям снайпер. Ты еще в рот, может, им засовываешься. Он же так чуть карася не лишился. Блядь, двояка. По-моему... О, привет, Алекс, привет, доброго. Так, саплай это хорошо. Где? Я бегу. Сопли. Но он в этой карте сопли, вроде сопли. В одном и том же месте постоянно. Сопли, да, в грудь. Сашка, тут где-то... Ух ты, ебать, упала нахуй, пиздец. Так, вот это моё. Это... Чё измили оружие там? Там измили... О, я кольт возьму, застрелюсь. Да, блядь, кто грызёт нахуй, сука. За жопу. О, пикэкс есть, это Evil Rock, слышишь? Ты ж хотел кирку. Вот, отлично. Это, кто будет зомби в этого будет. Троцкого играть? Троцкий. Бегу, я уже рядом. Так куда печью фармера? Всё, я текаю. Сколько у меня потом? Отлично. Так, что тут у нас? Что-то, блядь, это, не то. Теперь я укомплектован. Ох ты ж, блин. Лё, 70 отлично. Да вам, ребят, вам пиздец, нахуй, просто. Сейчас Evil Rock вас, нахуй, порубит ледорубом. Ой, дитё. На тебе, брат. Так. О, пошла жара. Ага, пошла жара, только блин, меня бесит, он при замахе хватает. Тут уже, когда, знаешь, одновременно должен быть удар, он тебе еще умудряется как-то хватить. Ой-ой-ой, дитё. Вот только там дикие зомби. Буба, доставай свою бензопилу, там бутылка лежит. Да я ее потерял уже, блин. Как ты можешь просрать Бетти? Бензопилу потерять. А, ну как? Где-то валяется. Серега, у тебя какие-то месячные гости. Все, сейчас будем лечиться. Ой, блять, как плохо. Ой, плохо. Пап пришел. Эвакуацию предупредят в этом режиме, брат? Очень-очень, вот я за это переживаю. Конечно, предупредят, куда денутся. А если нет? Твой Тарк Рок о тебе позаботится. Three loads remaining! Камры долбан, да. Как бы Тарк Року самому первым не умереть. Я за него ручаюсь. Так. Так, держим оборону, держим. Блин. Я пока постараюсь заколотить все. Чё там? Буба играет в этот... Прячься в кусту называется. Проиграл, блядь. Так, где шпила делась? Вот очень круто. Потому что там канистра одна есть, на втором этаже, по-моему, еще есть. Да, а, Губа, на втором этаже две канистры. Две канистры, до фигня, нужна пила. Где ты ее дел?
Да ё-моё, ну пошла зараза. Не-не-не-не-не! Нет! Мне кажется, в окно зомби залезет. Нет, ой, я слышал, блядь. Я уже по движению уже, блядь, нахуй. Уже хотел что-то под меня подложить. Я на улице. Это что за херня, я не понял. Меня аж вынесло. Меня вообще вынесло конкретно. Буба, блин. Илья мимо пробегает. Блять, взрывник херов, блин. Он в казаках переиграл. Делами. Взорвите уже кто-нибудь бубу. Кто-то что-то жрет или берет, что ли? Да щелк-щелк-щелк звуки. Свое добро забирает. Еле. Вот дает там. Залутается кто-то. О, пилот тут нашел. Антивирус был, а ты вот теперь фиг найдешь, меня откинуло вообще. Да вот, блин, вот у кого-то динамиты, блин. Подрывник сраный, блядь. Подрывник. Так, в мазу так, походу, не хватится. Здесь надо все взрываться. Вот он, плацает. Отлично. Блин, у меня динамит в руке был заведенный. И даже там осколки были, да? Да, он еще и возле меня стоит. Все, валим на эвакуацию. А где она есть? Вон, где хаммеры, где хаммеры. О, отлично. Тут рядом со мной еще кто-то лежит. Я зумит это фига. О, Evil Rock спасся. Серега спасся. Все. Так. Кевил Рок отойдет. Так, отлично, отлично. Так, бежит кто-то там этот. Буба бежит. Буба, Стас бежит. Так, кого мы еще забыли? Сашку забыли. Вон и Сашка бежит. Я вижу, он прям торопится. Там паром так прилетело. Прикинь, такой и крякнул возле машины. Все спаслись, нифига себе. Ну вот и вы говорите. По красоте. Ой, я еще и кого-то догнал по убийству. Так, а теперь голосуем за новую карту. Да, кстати. Так, я проголосую с надписями, это вообще... НМОшка или НМСка выбираете? Пофиг. Пофиг вообще. НМС. НМС это на прохождение, да? Нет, ты не можешь, это на прохождение. Одна стрельба. Но Стасу, по-моему, он такой выживание. Ему нравится именно вот именно отбиваться. Сейчас будет. Да, ну на меня просто тебя убить, все, там жди, дай там. Ну я могу предложить большую карту веселую, это Лейксайд, например. Ну ладно, в общем, еще одна выживалка, да? Да. Серега, ты еще на стриме, да? Депутат стримит, да. Ладно, пойду отойду пока. Юра, там ты прав. Я пойду отойду пока. Он для него это шоком было. Надо это выпить. Серега, надо это пофлексить. Да, надо пофлексить, выпить. И снова пофлексить. Включить свет. Камп, блот. Блин, как там Жанович вроде. Я жалко не видел этот момент, как Жанович улетел там. Это пиздец, это самый прикол был в том, что Буба кидал не в меня. Он стоял рядом, он кидал в зомби. Ну что-то пошло не по плану. Возможно, она, кстати, об тебя ударилась взрывчаткой и обратно. Да. В итоге Жанович в итоге упал, вот где эвакуация была. То есть он с дома полетел, его вверх вот так вот подкинул. Да. И он попарапал. Из глаз наблюдал самый прикол был в том, как из пушки вылетел. Что, опять нету надписи? Ну это... Бубина, пересоздай, пожалуйста, с надписями, реально. Да, это уже...
не прикольно. Как говноеда без интерфейса, да? Ну да, немного, знаешь, раздражает, честно говоря. Так что, пересоздавать надо? Да, 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 пересоздай, пожалуйста. Лады. Ожидайте. Да, можно сходить там в туалет, чаю налить, пиво там. Да, проверить, что там. Ладно, ВКонтакте посмотреть, кто там что написал. Сейчас будем флексить, как никогда флексим. Ну я завтра, наверное, или сегодня посмотрю перед сном под покер, может, и прохождение. Готики, что ли? Да. Как же он без готики? Максим пишет, конечно, как без готики. Пишет Максим, что анимушу смотрю. Анимуша тоже стримит? Я... да. Правда, я давно не стримил, но стримил раньше. Интересно. Блин, анимуша, а ты сейчас не стримишь, получается? Уже где-то месяца два как нет. А почему? Ну что-то желание пока нет. Что-то появляется потихоньку желание. Я не знаю, что мне стримить. Ну, мы можем предложить. А что интересно? А ханочку не хотите пройти вашу? Ханочку. На харде, да? На харде, да, вот. Первую, вторую часть не хотите? Так, товарищ? Ну что, подключайтесь. Ага. Пароль, по-моему, 3 единички. Пароль усложняется. А что это будет смотрел в моем? 3 единицы подошло. А, Жанович. А что он смотрел? Что я стримил тогда? Я не знаю, какой-то стрим смотрит твой. Хер его знает. Сейчас, в данный момент смотрит? Да, да. Запись какую-то. Что-то смотрит. О, кто тут лазит? Это я. Сережа, это ты. Это что, это уже, это игра уже идет, да? Да. Какой пароль? Что, единица неправильно? 1-1-1. 3 единички. Тут фонарик есть. Да ёб твою. Ой, родные надписи, наконец-то. Вот другое дело. Ну зовите Casual Night, а теперь точно все подстроено, уже как полагается. Чего наркомания какая-то была? Надо вот ножик бы завикнуть. Что-то потеряли? Подсказать может? Да. Тут совесть уже, по-моему, вот от сейфа. О, я сейчас бы запустил интернет, но не могу. Ой-ой-ой. Просто справиться, да, и игру, и браузер. Зону жрут. А нам одна нужна. А где какая? Не будем все три держать? Ты хочешь три все выдержать, что ли? У нас же что, ачивка, я так сказать. Надо этим... Как его зовут? О, ачивка. Ачивка. Чувствую, до ачивки, блядь, никто не доживет, нахуй. А может даже что-то вверх, слишком как-то темно стало. Да, ты не залезь, главное, анимушвили, все будет. Питбол, маньяк, блин. Питбол, не понимаешь. Так, я зону эту... Это Б зона вообще? А где этот, наша база сейчас будет? Ой, сейчас, подожди, какую мы обычно держали? Да, блядь. Сейчас я не могу разговаривать. Зону Б, давайте. С или А? Клиенты пришли сейчас. Да выбирайте, которая душе понравится. Клиенты пришли. Да, цыганские. Торты покупать. Да. Ты знаешь, об чем я ударю. Да. Шоколадный медовик гораздо лучше обычного медовика. Да? Да. Вот лампик привозил недавно шоколадный, вот классный. Четко, он, да? он и не я сухой, люблю, как обычный. Испанский медовик, вот это вот. Какой? Испанский. Чай. Испанский, а он чем отличается от обычного? Ну я не знаю, обычный ты какой имеешь в виду? Ну есть обычный просто, когда начинка и... Я а как чекнуть патроны?
испанский, что R зажать. Белый крем, тонким слоем. А, ну вот, я испанский имею в виду, что он охрененный. О, он гораздо лучше обычного. А куда лестницу пилить? Давай я... Отнеси, пожалуйста, спасибо. О, я тоск напиздил. Так что, может, тут засядем тогда? Хотя это не лучшая зона, по-моему. От этой зоны дальше дольше всего бежать до вышки. Аж фильм бля. Этой локации 5 из 15. Кто не смотрел, рекомендую, фильм хороший. Вам другой фильм могут порекомендовать, кто смотрел «Пятница 13». Вот. Слэшер, так сказать, вот. Как он там назывался? Ужасающий. Вот, смотрите фильм. Ужасающий. Ну, о, Жанович знает. Охуенный. Охуенный фильм, да. Я не смотрел, я обзор смотрел. О, спасибо, Бог. Что за хрень? Не пугайтесь. Пугайте, старые люди. Серёга, когда кинчик у тебя на стриме? Да, блин, не знаю. Пока нет звания. А что, дверь не закрывается? Нет. Какая, Санёк? Вот это нет, все, если ты открыл, все, ты молодец. Зашедший только слышит. В кавычках, блядь. Сука, нахуй. Что за пиздец? Иди, блядь, ты понимаешь, да? А почему ее не закрыть? Что за пиздец? Блядь, потому что дизайн такой, нахуй. Так положено. Все по канону. Так, ладно. Так, нам нужен зеленый ключ и доски. Доски есть. Доски, да, есть. Будем тут обосновываться, да? Будем бить. Так, вот тут еще есть аккумулятор, только он да. Не берется. Что-то тут еще отварить можно было, кроме щитка. Эту карту я плохо знаю, если честно. Да, я и сам тоже помню. Херово так. My magazine is full. Здесь мало играли. В конце весело будет. А, тогда к лодке надо бежать, это будет весело. Там, блядь, там зомби просто пиздец. Там Буба тонул раза три, я там тонул раза три. Пиздец. Там лодки маньяк будет, как Лера его называет, типа, это маньяк. Лодочник, блядь, маньяк на самом деле, он типа нас. Так, я вот так вот. Как это была песня? Я приду за тобой, лодочник. Да. Вот так, наверное, хватит. Да. Ну все, пойдемте исследовать остров. We got one magazine left. Скорее лучше зачищать. Не, 7 человек. Давайте, может, перетащим все, а поскорее. Full magazine. Ну я, по крайней мере. Все, я в домике. Серега, ты тут будешь оборону держать? Да, я тут. Так. Все, оставьте его, пусть он там. Не, если что, вы там держите свою. Если я он просто стримит, как. Да? Не, я как это. Если что, просто у меня как запасная зона будет. Если вдруг мою сожрут, они же будут камники. Здесь ничего не пиздить, я так понял, да? Не, можете брать эту вещь, если хотите. Это как типа, ну чтоб вам как бы они все толпой не шли, чтобы разделить. Какой ты благородный. Ну, да, некоторых, которые любят повзрывать. А вот тут взрывать, по-моему, не особо-то и. Я сейчас тайник вскрою и будет тенькишка. Блин, ну везде тайники с тенькишками. Только это, надо найти. А, вспомнил, где, кстати, ключ к этому тайнику сейчас пошел. А я тогда притащу сейчас на зону С этот ящик, если сейчас меня не убьют. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, это я. Ай-яй-яй-яй-яй, убили негра. Это пиздец сейчас будет. Сейчас уже 40, по-моему. Так, это Серёгина, но ни хера не видно, честно говоря. И ящик, блядь, есть, это пиздец. Ты кого магазина? Блин, Жанович. Бля. Пароль 3 единички. Бля. Я делал, эти суши. 169 штук. Класс, приезжай. Молодец. Правы там засушились. Или к тебе надо ехать и хавать. О, кто там с фонарем сзади шел? Кто светит? О, Сашка, спасибо, я принес лечилку. Блядь. Ой, пиздец, да? Все, прошло. Что там у вас? А что насчет Майнкрафта? Не? Не надо? Не, пошел нахер, блядь. Нет. Сам же и напомнил. Ты знаешь, как с наркоты тяжело слезть.
Так, лечилка есть, ключ. Куба, тут будем держаться, да? Да, ты мне лучше скажи, я что-то никак не найду. Ну, не тентишку, там этот, канистра с бензином. Только необычный. Канистра с бензином в лодочность. А, необычная. Белая. Не знаю. Так. Я убью тебя, лодочник. А кто на Б будет? Я на Б. А, на... Подожди, Б нулевая. Да скоро восстановится, когда пройдет. Ладно, короче, я буду с Серегой. I got one magazine left. А, стоп, подожди, я же не на Б. Нет, я не на Б, я на А зоне, вот. Путал. Так что, Юра, ко мне на зону А. Где еще такой розовый пикап? Буба, что ты там читы какие-то вводишь? Что ты на него? Ты G нажми, и у тебя тоже самое выведет. У меня просто кто-то с ружья выстрелил, и у меня кровотечение пошло. Это клавиша J. Я случайно на нее нажал. Чё, Фрэнди Пайер стоит там у Юры? Ну, вот она. Ну, меня с ружья в спину попали, зомбиков рядом не было. I got one magazine left. Фрэнди Пайер, не знаю. Как и есть. Я не рискну при этом. Проверять, как говорится. Ну, вот. My magazine is full. О, тут ловушку активировал. Вон там будто полпатинкой молниями. Блин, с топора два раза по башке прописать, и зомбик не умирает. Набор фигня, потому что. Ну да, тут пофиксили еще года два назад всю эту хрень. Ну, в смысле, мачете и бой вообще было. Бля. И топор один там двоих снес. I got one magazine left! И Серега решил в разнос пойти. Ты на А, да? Да, я на А. Кто там взрывает, я не понял. Все настроено, на одной точке будет сидеть. Я сижу конкретно на С. Саша здесь тоже. Я конкретно на А. Да, Сережа сидит на А, где остальные я пушу. Он с Тарсаком сидит на А. Ладно, я тогда пойду один на Б сидеть. Как хорошо, зарылись нахуй. Санёк, там бензопила есть, если что, слышишь, Саша? Да-да-да. Да не, нас это не спасет. Я понял, почему Таркрук хочет на Б, да. Там конопля растет. Как оптимистично. О, спасибо, что сказал, теперь я точно туда хочу. Саш, там темно, я туда не приду. Надо на Фазенде тоже такую плантацию сделать. О, это хорошая идея. Ну, как мы сколько свою Фазенду и пришли? Пока one magazine. Как она выглядит? Да там пиздец, там особняк Красной Розы. Особняк Спенсера. Да, да, кстати, вот это ближе. И собаки также, и вороны, как бы там. Не, собаки сдохли, как бы. Соседские. Хотели, короче, сделать экспериментальных, ну, таких собак, короче, убийц. А где брать эти, чтобы вылечить базу? Сашка, глянь-ка на близку. А этот, когда 0%, ты не вылечишь. Сейчас волна как будет, 4-я или 5-я, она восстановится до 50. Санёк, сварка нужна, глянь там что. Глянь там сколько, ты посмотри. Шум. Вот твоё ёжика, глянь. А ты где? Ты где? А может быть взрывать, Жень? Кого? Взрывать? Нет, подожди, не взрывай, стой. Так, вы где? Я иду. Подожди, закрой дверь, он сейчас придет. Она не закрывается. Блядь! Я не понял. Я иду. Сварка есть, у кого есть сварка? У меня сварочка, я иду. Дверь запили. Тут дохуище оружие, тут М-ка. МП-шки, укороченная, пистолет. Не говори, а то сейчас Буба все заберет. И конопли тут дохуи... А, он пришел. That's my last magazine. Блядь, ну сюда. Конопля тут, кто коноплю хотел? Я отвечаю, тут конопля есть, серьезная. Я уже бегу. Это все на С. Во, сейчас пойду за тентишкой, кстати, тайник-то, вот эта хрень от тайника. Во! Пустите меня, пустите. Блядь, ебаный пылесос нахуй. Сука, блядь, пошел на пылесос. Собака, блядь, сукула. Да пошел, блядь. О, Серега, тебе ящик нужен? Конечно. Ну, я сейчас тебе принесу. Ох, а, подожди, Буба, давай я сейчас скину, что напылесосил вот сюда в кучу. Так, гринейт. Вот. Эй! Так, бин, это. Таблетки тоже пока скину. Так, стой. А, подожди, куда я пистолет выкинул?
Блять, где мой пистолет там? Вот где вы так куча дерьма? А, он у меня! Вот я ебанутый, блядь. Сейчас вот так вот попылесосим. Лопата мне не нужна. Это мне не нужно. Все. Когда новая часть выходит? Да вот мы сами обсуждаем, ждем. Санёк, а ты будешь? А? Что я буду покупать? Да, да. Я да, я буду. И я буду. Блядь, бегун, видишь? Где? Вообще база не восстановилась ни разу. Блять, пиздец. Саша, блять, убей его нахуй, убей его. Блин, за ночь надо какой-нибудь триллер ужастика сняться. Вот там бы весь спектр эмоций был. Чтобы я хотя бы вышел, блять, отсюда нормально. Ну, вот в этом бегу. Моя задача доставить к Сереге этот ящик. Все. Серега, ты там прикрой меня, я нихуя не вижу. Да я вообще не вижу, кого прикрыть тут. Я иду на мосту, я несу тебе... А, вот вижу. А, все. Несу тебе радость. О, радость моя, солнце мое. К берегам твоей мечты прибудь. Плыви ко мне. Хулиганы. Хулиганы. А, у тебя есть, блин, а где еще? Кокаинум есть у тебя? Кокаинум. Нет. Что, я только так, смотрите. Расизм? А чё, в запасной нет, пригодится? Два белого зомбика и семь негров. Этнический расизм. Так, зомби. Все негры. О, чё, тут на Б классная позиция. Я могу просто так на лестнице сидеть, они толпой собираются. Они ещё в воде плавают. Они из воды выходят. Да. Oh God, вот здесь на Ц. Если б я, блядь, дверь не... Они муж, вон это. Они все идут. Водяные, блядь. Ладно. Ай, блин, неси в линейку, у меня патроны. Есть у кого-то граната или что-нибудь такое взрывоопасное. Ебать, а кто это пылесосил? О, твою мать, а кто пылесосил? Пиздец, варёный. I got one magazine. Тут у меня просто 9 зомбиков стоит. Сейчас пройду, ты где, на Б? Да. Блять, дай пистолет быстрее. Вон, я тебя вижу, ты на вышку залез. Пистолет, я пройду. А я вон на крыше, на лестнице сижу. Ага, два этих пропащих, сейчас, момент. Где, говоришь, они внизу? Ну вот, где лестница тут идет. Вот, я на ней сейчас стою, они прям вот под лестницей. Справа, где вода, или слева? Санёк, кто наши припасы спиздил? Вот я сейчас на тебя смотрю, у меня справа, у тебя слева. Не, серьезно, меньше стало. У тебя... Тинтишка, нихуя нету, блядь! Тинтишка лежит. Да как-то далековато, не достал. У тебя их не было, это Буба тут был, хотя он убежал, кто-то там был, у тебя, блин, уже под вышкой собрались. Вот трое, четверо всего. Давай, мы как в кино, то мы тут на супермаркете один на другой, на оружейном магазине. Ну просто если я отхожу, короче, от лестницы, они разбегаться начинают. Вот, отошел. Сейчас, погоди, я еще их освежу. Сейчас. Станьте, дети, станьте в круг. Так, где они? Иду. Так я не туда кинул, значит, все-таки. Да, ну как, ты туда кинул, только оно не долетело. Метров 20, наверное. Сейчас. Что там повезет, взрывники? А, вот они, отлично. Действительно много. Все, теперь на вышку. А, шашлычком запахло, не бойся. Срочно. О, они муж. Да, привет. Он, Жень, видишь? Вон я эту канистру поставил, если их много соберется. Ага, ага. Вот, стреляешь и все, пиздец. Ой, блядь. Мне интересно, кто спиздил тут, сука? На полу все было засрано патронами, говном всяким. Я пришел, нихуя нет. Что там происходит? Удар крохая. Взрывается все. Это не я, я спокойно сижу на крыше. Ты же ловишь, наверное, там лишь пиротехнические. Так, что здесь? О, ёб твою мать, это... Блядь. Вот этот кейс нужен. Что-то база вообще не лечит. Как сап... А, саплай прилетает или нет, я вот не помню. Нет. А, да. А, прилетит, значит полечится. Да, хлопки прилетят. 25 долларов, и можно прилететь. Ключ зеленый кто-нибудь видел? Нет. Я не видел. Ясно, понятно. Все, Сашка, мы тут от... О, Санёк, ружье нашел. Отлично. Так тут ты видел, что лежит? Бегуны, сейчас бегуны пойдут. Где?
Там еще есть? У меня вроде ствол есть. Двухзарядная, потом люгер. Нет. Люгер. Нет, 22-й, excuse me. Низ. Блять, тут все вынесли вообще. Беретта. Патроны есть. Сколько? 20 хоть есть. Блять! Напугал. Тихо, чего у вас тут пусто, ничего нету, блять. Я не знаю, кто сюда приходил, тут нихуя нету, блять, все спылесосили, вынесли к хуям. Буба, иди посмотри, это ты спиздил, блять. Я ж пришел за добром сейчас. Нихера нету, вот тут лежала куча всего, блять, тут масса. А что лежало конкретно? Там что были? Калашников был, там МП5 был, да? Нет, нет, тут лежало точно черных патронов до херища. Тут лежало динамиты, гранаты тут. Ладно, пилу взял, хорошо. Пиздец, блядь. Так у тебя Бетти. Охереть. I got one magazine left. Ну, пошел за ним. Я туда не пойду, он там сам справится. Какая нужность. I got one magazine left. Да у меня тут ничего нету, что. Может не напрягаться, тут ничего нет. Ладно, верю, да. Скучно на этой на заднем приключении искать. Тебе да, прямая дорога на С. На Бетси забирай. А чё там на С? Сейчас будет весело. Женя еще не понимает, а я уже вижу. Чё там такое? Чё тут на С живем еще пока? Что это там дышит? Ребята, это я помню этот. Блин, глубина, личинка сраная. Как она тут пролезла вообще? Там же закрыто было все. Бочка и футбол играет. Буба. Не надо с бочками играть. Блять, заразил, блин. Так и пусть просто на бочке выкатился. Знаете, вот так как в цирке на шарах бегает. На бочке так блин. Медведь в цирке. Как он пролез, там все закрыто было вообще. Чё-то я вообще не пойму, это что? Моя женщина. О, наконец-то, сопли. О, сопли. Так, куда там его скидывать? Летят, и губят. Как раз на бэтл. Отлично, отлично, давай сбрасывай. О, Б-отрегинил. Блин, а всё, бочка улетела. Чуть бочка не прибила. А чёрт, пылесосы одни тут собрались. Вот, ну, лицо у меня тут все равно вот есть. Баг долбанный. Че, а молотки, а где все? Тихо. Че, все спиздили? Там давно уже. Вот не должно быть зомби. Ноль, потому что они тут опять есть. Это баг дурацкий. Пинка была. Ну, я на этом был один одинёшенький сидит. Мизантроп. Обратно возвращаемся на его нахер. О, шестая волна, можем выжить. Тихо-тихо. Где все опять зомби? Да вот в воде. Ну вон у меня стартанули. Вылазят бомжи из кустов. Так. Так понеслась. Ребят, вы в Killing Floor играли, там все то же самое, только быстро и хитро хардкор. Я не играл, кто играл в Killing Floor? Во что? Killing Floor. Killing Floor. Ой, шикарная игра Killing Floor. Шикарная!
Да. Это что за нахуй был? Чё там, Жень, ты что сделал? Блять, это... Это что за пулемет из бочек был? Это хуйня, блять. Ты посмотри, блять, их сколько. Бля, что если выстрелить? Не-не-не, подожди, не надо. Нахуй не стрелять, только... Киллинг Флор мёртв. Они его, блядь, уничтожили. Давай тут будем... Ну, во второй не играл. Первый, ладно, играл весь. А, ну про первый не это, а вот второй пиздец. Ебать, а чё их тут столько дохуя, откуда они взялись, блядь? Ты стоишь, кидаешь бочку, и просто, знаешь, как одна, вторая, третья, четвертая, пятая, она же врезается в плинтус, тут стоит в тебя, и вот так вот вокруг, смотри, сколько их. Ты же дохуя вообще стало, блядь, я что не пойму. Блять, давай стрельм. Да мало их. Ебать. Стреляю. Стреляй, давай. Ох, блядь, что вы там делаете, изверги? Беги нахуй. Блядь. О. И все живы, блядь, зомби. Воу, буба! I got one magazine left! У меня вообще зомби нет. Все целы. Я уже всех покрошу. I got one magazine left! О, еще один есть. Просто удалил, делиту. Че там, помощь нужна кому-то в защите дома? Да вроде пока 22, да не, нормально, я думаю, втащим. Санёк, а с той стороны нормально все? Там тоже бочка есть, кстати, по-моему, была, по крайней мере. Ты губа не спиздил ее. А, нет, лежит бочка и канистр. Нормально. Чё там? Взгляд, там шашлыки ходячие. Мы там в зомби подожарим, даже поджарим. Молодец, вот так прямо со своих не взрываешься. Даже не бегут за ним. Не, ну если я сейчас ближе подойду, на меня побегут. Что это за бог? Пойдем. Где этот сраный зомби? Вот непродуманно сделали. Тут у меня такие шикарные растения, раз туда пыхнуть нечем. Чё ли не дохнут, буга? Они как они дохнут, он падает. Так, все вроде, седьмая волна, да? Угу. Ой, спокойно. The mag is a little bit more than half full. Опять бочка, блин. Ну блин, ну задрали из воды, она выходит, падла. А где сопли-то в итоге упали? О, детки. А, они рядом с ним. Ни хрена себе, тут детский садик, ромашка. У-у-у-у. Одни дети, ля. А, зараза, а? Беги. Беги нахуй, Женя. Вон они нахуй. Кто там, блядь? Кто там? Бля, я слышу топот этих, блядь, ножек. Саша, у нас канистра есть, давай их нахуй ноги оторвем к хуям. А, у тебя тоже есть. А, это просто дед какой-то вышел. Блядь, что ты делаешь? Это не я! Ёпта, что тут творится, блин? Я клянусь, это не я. Надо тут доски заколотить вот здесь. Сейчас заколочу. Блядь, ты меня напугал. Да, блядь, подними этот молоток. Возьми его. Бедный Жанович, там своего карася себе как не удержать. Да ебаный, что там взрывается, блядь? Да я КЛМН опять понавыходили с моря. Буба. А, Буба, блядь, ну-ка не, ну-ка. Да ты, блядь! Чё вы там делаете, блин?
нахуй ты её занёс сюда, блядь? В смысле? Кидаю нахер, блядь, и всё. Откуда кровотечение, ля? Я просто вниз спустился, где зомби. Порезался. Охренеть, а у меня ничего нету. Zone B is being compromised. Don't lose it. Over. That was my last magazine. Не, ну мы, конечно, ну, всякие там ловушки, прочее, все Серега, просто применили. Прошу прощения, анимуша. Гигалаз до тебя. Ну и темная карта, а. Блять! Зомби бьют по бочкам. Ты только сейчас об этом дал. Бля, я подошел, меня чуть не убил. И они еще и живы, кстати. Короче, в жопу эту базу, она вообще ее неудобно держать. Я еще и сдох. Отлично. Ну а сколько тут волн? 9, 10? 10? Ё-моё, где я причутился? Шленна! Так. Чё там, где как я, обстановка? На какой я базе вообще нахожусь? Ага. О, я подлечиться хочу. О, зона тут пожрана. Всё. Да что ты ее тащишь, блядь, в квартиру, нахуй? Выкинь её отсюда, нахуй. Заебался своей бочкой, блядь. Блядь, что ты открыл этот газ? Ну так, чтобы был наготове. Вот, блядь! А что вы там делаете, изерги, блядь? Что происходит? Это ты бочку шатнул, ногами пнул, и она рванула. Там что, нитроглицерин, что ли? Что вы там делаете, блин? Тут главное, бух бочку. Короче, пацаны, нафиг, линяю я с Б, потому что ее нереально держать. Я иду тебе на помощь. Да тут нифиг. Это тут дробовик был. Найдите мой труп, Жень. А. Мой труп там дробовик. Что снова зомби, надо укоротить. Дробовик, волну. Сейчас. А мы не пройдем по нем. Блять. Б просто держать неудобно, у него с двух сторон, с леса сразу идут и с воды. Бля, бля! О, господи, это не зомби? Блядь! Кого ты, блядь, привел? Опять бочка, блядь, да чё, издеваешься, что? Там чё, блин, поставщики бочек, что ли, я не пойму, откуда эти бочки у вас там? Что там за пати на хате? Сейчас всех раскачали. Тихо, 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 я не зомби, блядь, бей меня. Блядь, дробовик проебал, вы его подобрали? Мы не нашли его. Короче, точка С там просто пиздец, ну... Там граната есть, вроде. Это твой телефон, Женович? Да, сейчас. Алло. Да. Два часа пиздеть еще будет. Ря, у вас газ там не прекращает гореть. Так эту точку вообще было легко держать. Если бы я дверь не открыл. Нет, только они у нас лежат и все. А нафиг? А нафига? А зачем? А С грызут, ёб вашу мать. От какой? От рыбы? Или от хлеба? Да, ты от от хлеба у нас ключей нет, только у пекарей. У нас нету. У пекарей. Бля, нифига себе, у них тут плантации растут. Ну так открыт был, потому что. Чё-то я не вижу здесь нигде. А, вот она, ля, зомбяк на унитазе стоит. Спрятался. От рыбы у нас, да. Сейчас точку депутата сожрут. Да ну. Там Жанович уже наплодил.
куда? Ты же уже уехал. От хлебной у нас нету. Ух ты. От рыбной у нас есть, да. Ух, блин, пойду я туда. Ну да. Нет, они еще где-то были. Какой-то пиздец. Огненный звездец. Ух, тут, блин, что за дом горящий, я блин. Я точно не помню, Лен. У нас в кабинете ключи лежат от складов и от фроу. Больше у нас ключей в кабинете нет. Блядь, ну, блядь. Что там происходит? Да тут огненная пати, блин. Просто горящие зомби бегают туда-сюда. На база-то все грызется и грызет. Блин, Стас, ты что тут забыл? Иди на свою точку. Меня завали. Бля, ну все, пиздец, приплыли нахуй. Хоть он насрать не будет. Где база? Что тут происходит, бля? Ёбаный в рот. Так, мои вещи целые. Да тут на цели все целое, я тут держал ее. Ты псих просто оборонял до последнего зомби. Блять! Кто бочку бахнул? Зомби сами бахнул. Ты моя барахло, чуть не понял. Бочку не взрывайте, пожалуйста. Какой зомби? Это убить. Ноль пока, заметил. Вообще-то их уже 100. Ну, надо завалить. Блин, все к херам разлетелось. Это чей тут схрон, блядь? Че там, че там, че за схрон? Это че тут за пиздец, блядь? Бочка двумя ударами завалила. That was my last magazine! Ну, шел вон в карту. Хрена себе, там что-то бахает, взрывается. Да тут любят повзрывать, я смотрю. Все кому не лень. Магнум где-нибудь лежит? Не знаете? Нет, вроде нет. Лежал в этом, как его? Блядь! Да кто там обрывает все? Ай! Больно. Да ещё, кто не осталось. Да ты ж зомби. Чё эта хуйня стреляет какая-то? Это я, блядь. Кто там на вышке? Чё, ебанутые, блядь? Блядь, бля, кровотечение. Кто там стреляет, псих, блин? Черномазый священник. Решает за всех там. Ой, блин, это заражение что ли? Не, ну ей похуй, тут ни женщины, ни негритянки вообще непробиваемые. Ой, 4 раза топориком ей по затылку налупасил ей пофиг. Где тут такая вещь? Да бубу, блин, нахер свои бочки, блин!
Молодец. Хорошо бахнул. Давай свои бочары, блин. Лежала без хвоста. Все, мне пизда. Патронов нет, пистолет. Открыл ли ты столько патронов, что он так стреляет, как псих? Я ебал, блядь. Так, блядь, что вы меня сейчас не хаете? Опять зона. О! Hotel 25900. Inbound is safe zones. Contact momentary. Out. Да. Ну, сюда уже нельзя поставить, понятно. Ай, ай, да кто стреляет, это психи, блин. Ну спасибо за утечение. Блять, аптечку нес, меня тут подстрелили в задницу. Несет аптечку с кровотечением, как это символично. Я пойду на А помогу пацанам. Так, ну это же последняя волна или нет? Десятая. Жопа кровоточит. Где там? Да пролазит из стороны аптечка. О, блин! Горящий, прям три горящих этих вояки прям не остались. О, блядки, мать их. Они в окно залазят в этом доме. Блядки еще те. Последняя волна, походу. Как говорится, последняя волна, я ливаю. Shot and then I'm out. Все хорошо, они. Все плохо. В жопе. Где эта сраная лодка? Ух ты, розовый пикапчик. Бочку носишь. Они везде прям. Блять, зона, если сейчас просрём все. Так, ладно, я на ЗНЦ тогда останусь. Где она есть?
сраная дверь. Нет. Мне кажется, надо будет бежать к лодочке. Сейчас не, они я... продолжают идти. Сейчас да? Я упаду, пусть там... Десятая волна. Ой, бля. Нет. Все, пизда. О! Куда бежать-то? А я вот не помню. Так, куда бежать? За жопой оказался. На С. На С? Блять, куда? Ни хрена себе их тут уродилось. А чёрт, сдох хочу, где на месте? Срочно валим. Да куда надо? О, на причал. Да в этой жопе темноте хер поймёшь, где причал. Блин, Серёга, нас с тобой забрили, что ли? Да. Пиздец, блядь. That's chance! Последний шанс. Ну, мы на причале, да. Идем в лодку. Подальше бросьте ее, бля. Бочку откиньте подальше, не взорвались сами. Вот она. Так тут бочек офигеть. Куба, конечно, подожди. Ой, зря это вы сейчас. Сейчас они на вас побегут. Так. Не поджигайте, бензопила. Что вы делаете, психи? Вон вот. Один готов. Так. Так. Да кто понаставил эту хернодень? Прыгайте. Палки, а? Да эти пули. Это блядь. Где? Мочи их. О, все же, кто спас? Я еще и заражен, отлично. Что? Это что за пиздец? Ай, блядь. Один Юра остался живой. Да поплыли уже индейцы, ёбаный. Ага. Демоньяк. Кто-то вышел вон. Ой, блин. А, нет, это зомби. Зомби уплыли. Бочек вообще. Я не вышел, меня зомби закрыли. Ой, блядь. Он еще стоит, когда последний выживший с пивой, блядь. И такой бах, взрыв там, и весь его носит, такой. Ой, блядь, это вообще что-то. Хорошо, что запись я включил. Блин, вы посмотрите меня, потом в конце ржать будете. Все из-за тебя, все проблемы из-за тебя. Ой, блядь, я думал, хоть Юра выживет, так его тоже расхерачивает меня вообще. Так, какую карту? Головную, блядь. Ну, наверное, да. Давайте что-нибудь короткое на прохождение, сейчас уже просто... У Dark Knight должен быть стрим посланен. Мне просто понравилось вообще. Вот вроде ничего не предвещало беды. Стою спокойно, никого не трогаю. И личинка анимации выбирает просто из воды откуда-то появилась. Ай, блин, как там этот бабах такой? Да, следом бабах. Ой, блин, это что-то вообще. Поэтому, ребята, играйте в No More Hell. Вот такие моменты, они должны быть. О, у меня даже вебка отрубилась от этого всего, блин. На прохождение или на это? На прохождение давай, на прохождение. Что-нибудь такое быстрое, короткое. Угу. Блядь, да отстаньте. Так. Фу.
Это просто был эпик момент, блин, это вообще. Давно такой не видел. Шелтер, что-то знакомо. Так, сейчас, эту ветку дурацкую. Сейчас я приду через минуту. Не, какой же все-таки ноумор кривой, это пиздец. Да кривой не то слово, блин. Хоть бы они как-то отфиксили это все дело. А то вообще, блин. Не, ну если новую часть сделают. Ну надеюсь, что там хотя бы все пофиксят, уже сделают нормальный этот. Движок и все будет отлично. Зомби через стены тебя грызть. Ага, блин, вот меня что удивило, вы вроде стояли, там бочки тоже были, я так и думал, что бадабум будет. И блин, главное, Юра стоит, там кто-то из вас еще стрелял, по-моему, с магнума. Кто-то не успел с магнумом, по-моему, спрыгнуть, не допрыгнул, упал, потом Юра один остался. Так нет, я зацепился, и я начинаю вот так вот вверх-вниз по лестнице, рядом вижу, Буба умирает, утонет, вот. И все, и я рядом. Утонул тут. Главное, Юра такой последний злогикан. Бах, как шандарахнул. Ты видел, сколько там бочек, как там миллион лежало. Там пипец, там, я не знаю, нефтетанкер, что ли, упал с бочками. Эти бочки, они бессмысленные, они ничего не делают вообще. Там что-то пукнуло и все. Они только, по-моему, урон лишний дают, как бы. Буба создал уже? Конечно. Этот пистолет из этого. Юр, потом обязательно запись глянь в конце, когда ты просто угорать будешь, там такой фейерверк. Это просто. Надо глянуть, обязательно. Шелтер, да, у нас получается? Шелтер. Шелтер, подожди. Так это, по-моему, не такая уж короткая карта. 40, да, она не короткая. Ну попробуем, попробуем. Если сдохнем сейчас, то я тогда уже остановлюсь. Подожди, я эту карту не знаю. Шелка, ну это убежище. Я больше раз играю в серии, чем ситуации. Да там, блин, реально. Такой... О, арбуз. Арбуз тут... Буба, это как его? Башбанк арбуз не сломал. Я хотел с арбуз вытащить из сортира. Он сломал его, а в дверь разбил. Как ты так мог, Буба? Нет, это Жанович, Жанович. У него башбанка ник. Жанович, как ты мог? Калашников лежит. О. Вот, 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 вот. Вот у меня, блять, вот, вот. Да, я не использую огнестрел. Вот тайминги идут. Ты, наверное, еще вегетарианец, да? Да. Арбузный. Арбузный. Кстати говоря, срок арбузов убежает. Спасибо, что я жду просто, вот уже реально жду эти арбузы. Я тоже. Блин, ты, конечно, обышевку поржал. Жей, ты как африканский мальчик, даю тебе вот калашник. Ладно, ты увидел в этом плане, ты уже 2 минуты в него смотришь. Нихуя, вот это большой спасибо от негритянских денег. Первый Жек, у тебя большой ствол, предполагается. Бубу диван заинтересовал, стоит уже 2 минуты в него смотрит. Чё, как диван? Пап, диван хороший, как раз на нем можно это... Find a way to open the control. Найдите путь открыть. Ой-ой-ой-ой, тут как тут дети. Эти негры. Блять, не видно. Нихуя не видно, я же тебе говорю. А чё, куда? Фух. Блин, давно. Ой, Стаса сейчас можем потерять. Стас, аккуратно. Да там смыти меня покусали. Я и заражён сразу. Тимати покусали, так что... Тимати! Смотри, сейчас если Тимати покупает, то кусает всё. Ты попадешь в куб Тимати, получается, сейчас. О! Тимати давно покусали, по-моему, ещё. До его рождения. Так, сейчас я оружейку открою, подождите. Странно, что Буба... Буба... Это мой старый компьютер, да так говорит. Оружейка открыта, заходите. Все, пиздец, блядь!
вооружение, М-ка. А где Джейка? Где вы есть? О! Бля, там стрельба пошла. Бензопилы нету, ну топливо. Ладно. О. Подожди, что-то выносят, блядь, суки. Я арбуз выношу. Еще один арбуз. Да. Ой, патроны, ой, патроны. Так, ой, берите вот патроны, кому тут надо. Ой, блядь. О! О! Ой, это мне не надо. Не, это мне не надо. И это мне не надо. Да чтобы, блядь, с арбузом. Жека ненавидит арбузы, походу. Паты. Да не муж, а сложился. Да я застрелил, что я зараженный был. Уснул просто. Да, подари ему арбузик. Приуныл. Подари ему арбуз. Минус арбуз еще один. Я буду помнить его. Минут пять. Теперь, Юра, мы с тобой в кубе потерянных арбузов. Опа, а тут сразу же возрождение, а чё, прикольное. Да, кстати, это хорошо. Да ё-моё, ля, не могу двери зайти. Куда тут вообще, блядь, нахуй, это первый раз карту ёбан. I got one magazine left! Сигвел Рока нашёл, ребят, остальных Серёгу вижу. I got one magazine left! Отлично, отлично. Какие-то койки, что ли, помещения. Где стреляют? Я не, сам не пойму. My magazine is full! Так, сейчас надо то ли ключ, то ли сварку найти, по-моему. Вот это... Алимана вижу. О, Юру тоже вижу. О, там рычаг какой-то вот за дверью будет. Надо туда как-то пробраться, наверное. Вы сейчас смотрели, да, здесь? Да вроде. Да, вот, вроде как, да. Вроде... Я нашел какую-то хуйню, которая это открывает. Сварка, наверное. Да. Все, начну. А, да, вниз надо сейчас. Хрен узнает, что делать. О, да, здесь свердить не ему, сварка. Все, все вниз, на первый этаж. На первый? Да, если сварку нашли, все на первый, где там красный внизу дверь. Окей, пойдем на первый. Ну, если только сварку нашли, а то... 5.56 это чё? Типа спидран, наверное, какой-то. Full magazine. Типа, за какое-то время надо ее пройти. А ты уверен, что тут выход? Да-да-да-да-да, здесь надо пилить. Здесь сварка надо работать. Надо... У меня сварки нет, у меня топор есть. С топором? Да нет, вроде сварка. А что, нет никакого сварки? Так кто-то есть. Говорил, что нашли сварку. Есть. О, Сашка. А где он есть? А где Санёк? Где-то вниз, наверху, вроде. Мы на первом этаже все, Саша. Как туда спуститься? По лестнице. Ладно, сейчас я подымусь на второй этаж. Как его найти? Горячий Серёга, ты даже полклип сделал, спасибо. Надо глянуть. Блин, этот момент просто... Я не знаю, я так, конечно, давно не ржал. О, вот он, я сзади. О, пойдем. Серега, я потом посмотрю, что ты там наснимал. О, посмотри концовку, когда мы вот это выбирались, там вообще эпик просто. Ну я просто первый сдох, поэтому... А я потом следом за тобой, так что там, по-моему, через кого-то я смотрел. Все, все здесь. Все, вся банда здесь. Все, сверлите. А там их много? Ну там 5-6 штук, наверное. А рычат как 10. Может и 10. Я прикрою ваши задницы. Да блин, вы мне больше урона нанесли, чем снайперы, блин. Тупо Ладно. Своим спину застрелили. Это я, Юра, прости. Тихо, Серега встал. Это я встал. Ой, блин, да, блядь, пиздец. Ой, все, парни, короче. Дай хард, да? Все, я взял. Блин, спину настреляли мне еще под конец закат хватило, нормально.
Бля, тут вообще серва такие мутные. Винтик, есть у кого-нибудь? Сейчас. Есть. У меня есть. Где ты? Держи. Зачем им запад пришли, собственно говоря? Активировать надо. Там вот. Активировать генератор. Нажмите. Напоминает знакомый программист. Че-то тыкнуть, да, надо? Это твоё, да? Да. Кнопку надо. Лицом I got one magazine left. Так, что у нас? А мы же туда пришли. Какая-то кнопка, да. Что ли? О, подожди, вот. А, я нашел выход, карта. Ребята, нашел выход. Вот и я, да. Нашел случайно. Здесь сюда. Сейчас будет, кстати. Сейчас здесь будет, кстати, сюда, куда? Тут 4 там прохода. Сейчас, сейчас, на второй этаж поднимаетесь. Блин. Встречаемся на лестнице, короче, все. Сюдой. Лестница. На лестнице. Во, во. Во, отлично. Вот здесь, короче, вот. Кто еще не дошел? А где Буба? А где Стас? Сзади идет. А, вот, вот. А мы всех взяли. Вот. Вы этот будьте готовы, вроде сейчас будет очень много зомби. Тут надо как-то пройти будет. Каким-то локациям. Нет. Так убьем, вроде оружия есть. Ну там их очень много. Кто мне тут закрыл? Какой магазин left? И тяночки немножко. Сейчас откручу дверь нахуй. Чё вы там делаете? Чё там, блядь? That was my last magazine. Полёт. Шмеля. Да может вот таких, которые бродячие, не... Можно и не трогать. Фу. Их тут много. Так, надо зачищать немного. Ну кто-то хорошо мне сзади трубу я. Наверное, я успел только увидеть. А что именно, не знаю. Да ёкал МНА, хрен попадешь с этой кулавой. Ебать их тут нахуй, как вы ища. Да, их там до хера и больше. Здесь ничего нету. Тут пусто. О, это что за команда девочек? Оу! Течё, ой, течё. Так. Он беги, сейчас тебя завалит нахер. Осторожно, сзади зомби. Блин. О, блин, тут до хера. I got one magazine left. Ну и для чего сюда я пришел? Нифига нет. That was my last magazine. Блять, кто? Или этот ползающий. Ползуны херовы. Там ничего пусто. Нету, Серега, там пусто. А я тут отойду после запаса зелени. Давай, лечись, я тебя открою. Вот, я что-то отбираю. Что-то отворяется. А ну-ка. Что тут такое? Блять, хорошо сварку взял, а? Вот реально пиздец. И что, и нахуй я тут делаю? Угу. Да не трать на них патроны, пойдем. Таблетки, ну ты вот, на вот эти. А, таблетки, дай таблетки. Беги, беги, Юра, таблетки беги, сейчас зажму. Меня, таблетки уже. Сейчас зажму. Стасецкий взял. Давай, я сейчас просто. Блять, что там зомби?
Блин, еще кровати мне не сделали, ладно. У меня бинтов нет. У меня есть. Блин, там за сторону за тебя малой бегает. Все. Ай, блин. Таблетки есть, Жень? У меня есть. Да блин, опять кровать, ну, да что такое? Пиздец. Что, Санёк, заражён? Таблетки тебя сбросил. Снизу. Я их не вижу, я сейчас сдохну. Да вон, хапай руками, блядь, на ощупь. На ощупь. Аптечка есть, ребят, бин, что-нибудь есть? Контролирую, сейчас встанет. Вот встанет, встал. Опа, Элёх. И бинтик выпал, отлично. О, где, дайте бинтик. Ебать, чайки налетели, нихуя себе. Ой, спасибо. Так, ладно, так, подожди, а кто его спёр-то? Где бинт? Бля, что там происходит? Тут бинт спёр. Я туда не пойду. Кольт тоже пустой. Так, ладно, сейчас сдохну. Берите, короче, мое оружие. Вот, у меня тут куча полезного. Вот, таблетки есть. Я себе, блядь, ты где это насобирал? Вот, тут патроны у меня все что. Ну, собирал, пока было. Все, я пошел, короче. Не успел пойти. А, я жил снова, все, забираю обратно. О, топорик, дайте. Так. Что это за хуйня, блядь? Че? Да. Чё там, проблемка? Да тут пачка. Всё чисто. I got 12 rounds left. О, ракетница. That was my last magazine. Блин, Саня, муж опасно ходить, прибьет нахер, не заметит. Так, куда теперь интересно? Пайнтон, Левилайн, Гайн, Фейстолл. Я за Бубой бегу. Да я хрен узнает, куда тут идти. I got one magazine left. Бля, ну ни хрена себе, с кувалдой, блин, по чепчику два раза. Так кто, блядь? Грызли. That was my last magazine! Вау, а как там мне это? Теперь вижу. We're down to 5 shots! Блин, они муша у нас, чёрт. Грызет меня. Так. Куда идти? О, нашел. Нашли выход? I'm down to 3! Рычаг какой-то. Херня. А куда этот кинжал втыкать? В зомби. I'm down to 5 shots. Ой, блядь. Чего, нормально. А, вот куда. Я... Блин. Ой. Ой-ой-ой, Буба. Опять сдох. Блин, вот, ну вот, левость. Все правильно идёт. Да. Эй, откуда зареспанились ублюдки, блин? Ну, будет я в ловушке. Сейчас. О, губу уже воткнул. Ах.
Серега, ты как туда забрался? Я сам не понял. Что за зомби? Патроны на М-ку на собаку уже. На М-ку. Горелка. Но я взял на такие случаи горелку. Четварочный аппарат. Вот тут проскрили. Вы на этой карте видите, что негры ночью воруют уголь. Проскрили. Вот замок. Да. Воруют знатно, блин. Так, а вон ту сторону. А у кого-нибудь о, взяли хорошо. У меня нечего прострелить. Просверлить как нечем, у тебя же. А, просверлить, не слышится, да. Прострелить. Я просверлить сказал. О, у кого-то тут капает. У меня. Готово. Так, чё, паладины вперед. Сейчас бубу загрызут. А, не, нихуя. Подожди, он что-то знает. Охуенно. Он что-то знает, чего мы не знаем. Вау, что-то скрут, капец. Пока спускался три раза, укачало. О! Морг. Мешки. Отходи. Ой-ой-ой. The magazine is full! О! Оружие. Кому надо? Сигнальный пистолет. Кому нужно оружие? Я не могу. А вы куда? По лестнице желтой поднялись? Мы по какой-то лестнице серой спустились. Только я не понимаю, зачем. Да идти-то некуда. О, да. Вот сюда надо. А, блин. Ой-ой-ой, ребенок. Так, чертова мелкая дичь, а? Так, еще отойдем. Одна мелкая дичь. Черт. Ух, ни хрена себе напинал. Пойди, уходи. Не, не помру, пока живой. Так, я скоро помру. Все, проходите, тут можно пройти. Все серое. Давай кину эту молот. Мне кажется, здесь молота вообще лучше не кидать. Да. Вообще в этой игре пройти можно. Тут все погорит. Они пока сгорят, нас перебуцают всех, носятся как бешеные. Как-то пальцы. Жизни ни хрена нету. Да, согласен. Вон толпен. Так. Сейчас надо будет третий да, искать, если я не ошибаюсь на карте. Опа! Ай, блин. Я ж пока замахнусь этим молотком. Ой, далеко. Ай, да чтоб это кровотечение. Так, молоток мы уже украли. А нет. Ну нафиг, буду с лопатой бегать. Молоток вообще не спасает. Опять этот ребенок носит. Смешно выглядело. Так, ключик здесь.
Возьмите ключ. Вот эта картина. Бубу грызет Буба. Да вообще как-то масленько. Мы с Сашкой потерялись. Да возьми ты дурацкое оружие. Тут какой-то ключ. Резко. Ой, меня тоже погрызли. Да. И у меня кровотечение. Но я и так подошел. Зато резнулся с топориком. Вообще просто. Карта. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, блять, кто-то у меня. Это сучара меня гнет. Вниз сидите. Блять, еще то бубина личинка. Вылезла. О, все здесь, а. Не все. Подожди, буба тут. Блять, ключ остался. На, вот где-то. Буба, блядь. Там буба сразу за личину. Так, отсюда мы пришли. Сразу. Вниз, не вниз. Вниз. О, а где это? Что-то сквозь текстуры хожу. Уба, Африка. А, ну все правильно. Там вроде вниз спуститься и потом влево. Уба, это новый чат ХК. Нет, нет, я тут. Я посмотрю, куда иди. Ну, ты все отбегал. Ты стоишь, не двигаешься. В смысле? Я хожу. Уба стоит, да. Че на ХК, что не пойму? Буба. А он сказал, что-то отойдет, по-моему. Да. Вот, все правильно, сюда. И налево получается. Ах ты ж, блин, сколько тут всего. Да умри ты. Да ёб твою медь, да сколько же вас тут ублюдков. Сейчас я за мной, сейчас пробегу, покажу. По первой лестнице вверх поднялись. Хорошо, блин. Ой, нашел момент для завтрака. Пустить-то надо по серой лестнице. А-а-а! That was my last magazine! That was my last magazine! Вот. Идем. И вот здесь вот поворачиваешь налево. Все, берите ключ, пока тут чисто. Блин, зомбику до хрена. Серега, кабине зомбак. Вижу. Так, у меня патрон ДМК есть. Ну, дробаш зомбиковал. Привет. О, Лера, привет, привет. Галера, пройти. На поле мои. Нет. Олера пришло. Как я и сказал, придет на последние 20 минут. Так, я бы взял. Сколько уже зомбировать? О, я уже слышу, как Астас стонет. Это наша компания, блядь. Просили какую-нибудь короткую карту на прохождение. Вставил. Вот тут еще только. Кстати, когда была тут, да. И самый прикол в том, что потом потерять. Нормально. Куда тут? Кстати, что тут делать? Я нашел выход, короче. Меня заразили. Тут удобное зависание. А, вон, Серегу вижу, Стаса вижу, и Европу пока вижу, на нем где. А, вон, Сашку забыли. Там осторожно, бегуны. Санек, давай, иди на звуки калаша. Вот динамит лежит и нельзя взять. Тот самый африканский, да? Да, длинный черный ствол. Мой любимый. Африканский.
Тёмка так и не нашелся. Да нет. Ну его нахер. Собачку или? Угу. Тут ещё один не было. Да ё-моё, я пройти не могу. Есть кого таблетки? Нет. Ну, нет. Кому там калаш? Патроны, патроны. FN пал, кому надо? Да, блядь! Несколько тварей. Вроде есть. 20 патронов, наверное. Всё, я сейчас сдохну. Кому на тебе? Так, Сашу вижу, подожди, где ты едешь? О! А я возле СМК. О! Множество. Это... А, нет, это не то. Я перепутал. Простите, да. Мне на классно. А какие надо? Зеленые коробки такие, прямоугольные. Их не видел. Я возле пути отдыхаю. Да, тут мужики одного мутузят. У кровотечения, у меня есть бинт. Да чё я пройти не могу? Надо что-то... А, вот он, винтик. О! У меня есть еще вот эта фигня с 23 патрона на нём. Вот это, есть. Надо... О, нет, у меня калаш есть. Вон. Нет, М-ка мне точно. Молотов нафиг не стал. Ёбаный в рот! А тут пробегать нужно, вы в курсе? А, не помню. Бегите, друзья, бегите как никогда. Да, блин. А, да тут пробегишь с этими детьми, блин. Я уж не знаю, добегу. Теперь у меня кровотечение, отлично. О, ой, я помню, конец пустой. Спасибо. Блять, у меня просто... Рефлекс, нахуй. Ох, тут за мной детишек до хера просто бежит. Блин, это кровотечение. Что-то... Куда дальше-то, блядь? Через толпу зомби направо. Туда Серега побежал, я думаю, он правильно побежал. Да-да-да, там толпа правильно. Зомби не играет. Короче, F, F. Пресс F, to respect. Пиздец, все. То есть, ну, что-то открыли там, блядь. Я оказываюсь, Серега, вот это будет, да, какая-то. Да все, Жень, все, я мертв. О, оба. Что это такое? Бля! Чё там у вас? В жопе присосался, монстр. Какую-то фигню взял. Что это такое? Подожди, творить может надо? Нет. Ой-ой-ой, бинт. Как вовремя. Тут не варить надо. Тут надо сейчас найти три рычага. Я один нашел. Я тоже один нашел. Иду. Фу, блин. Только куда этот рычаг целовать, я хрен его знает. Нам явно сюда нужно зайти. А как вот, я не знаю. Ой-ой-ой. Да. Блин, тут ломаный зомби резко. Да, если они будут резаться, мы в полной заднице. Так они и будут резаться. Так, наверх вам надо. Ой-ой-ой-ой, не надо нам наверх. За ночь не надо нам туда. Нет, нет, это Серега предложил. Надо, надо, по сюжету надо. Там 4 или 5 бегунов. Все, их нету. Проходите. Ага, нету, вон один выбежал. Все, все чисто, заходите. Заходите, там никого нет. Я так зашел, на меня 5 тел летит. О, новая локация. О. Есть тут что? Так, нашли, да, вы один рычаг вставили? Нет, рычаг никто не нашел. Куда вставлять их-то? Вот здесь рычаги, я один нашел, но я не знаю. Меня ничего не считает. Ну и я один нашел. Это что-то ничего не происходит. Файн. Ух ты! А ну, отойди. Да не, у панель меня надо активировать.
несколько точек вроде. Да, рычаги нужно найти, получается. Я их нашел. Чего да, там? Я помню. Ну так и я один подобрал вот там, где мы стояли. Да, я один. Я вообще этот уровень не проходил ни разу. Бегун, бегун, блядь! Где? Там сзади был. Ага, вижу. Двое было. Мы за Стасом так по чуть-чуть скинулись в этого бегуна. Наверное, третий надо найти рычаг. Сейчас попробуем второй найти. А, вот, нашел, блин. Еще один удар, и меня не будет. Все, есть. Все, и уходит. Нашел? Угу. Нет никого бинтика, ребят. У меня нет. У меня тоже нет. По нулям. Все, сейчас поставим. Приготовьтесь, escape route. Это что такое? Да. Бежать, по-моему, надо сейчас куда-то. Нет, крыша это рут. А рут, я не знаю, что такое. Сейчас, по-моему, вниз там должна решетка открыться, направо. А, вон та решетка в натуре. Вот, она открылась. Да. Ну, персонаж такая дышка, блин, как будто я не знаю. Куда? Сейчас, кажется, бегуны будут, вы там точно поосторожнее. Сюда. Бегуны? Да, возможно, они будут, вы поосторожнее. А, вот нашел куда идти. Тут сейчас, кстати, аптечек дадут хорошо много. Хоть бы до них дожить, до этих аптечек. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот и бинтик. Ой, аптечечка. Как хорошо. Ой, хорошо, хорошо. Хорошо. Аптечки берите, вы что? Берите, берите, пока, пока лежат. Пока лежат. А то потом заберут. Все. Подожди, может ты мне подлечиться? Я как. Черного. Оранжевый. Сейчас попало. Черного. Черного, блядь. Ну если смотреть на тебя снаружи, именно как на человека. Где этот шутник, блядь? Не толерантный, а? Где он ездит? Пошути, блядь, где он ездит? Так, сейчас же самая жопа будет. Это ближе уже к концу. Надо такие патроны. Какие? Не-а. А, зеленые. Да нету зеленых. Ой. Ну только не говори, что здесь еще прыгать надо. Да. Тут еще и дети зомби, а у меня чего? Патронов нету. Наркомания вот эта, блин. Ах, тварь. Может, под напряжением, вся фигня. После я пока зашел. После прыжка тут надо садиться, передыхать 3 часа. Ага. В общем, если вы умираете, появляетесь опять на складе с коробками. Он тут в ПК стоит. Контролируется. Ох, сейчас же будет такая жопа. Надо будет продержаться, это та еще жопа. Буба красава, найдет что за карту поставить. Буба, блин, гад, да еще и АФК. Вообще. Кастрировать надо, гады. О, пошел. Да, опять музыка, музыка заиграла. Собирайте то, что тут есть, ибо сейчас будет жара. Ничего тут. Нихуя нет. Себе тут патроны. Класс. Ебать. Давайте вооружайтесь. Вооружайтесь, вооружайтесь, сейчас очень много будет. Вот тут все. Evil Rock, чё красный? Хавай чё-нибудь. Я красный? Да. Охренеть. А где Сашка? Я что ли целую аптечку сожрал? Сейчас минус буду взять, а то куда пихать. Патроны на дробовик есть? У меня есть немного. Но у меня и дробовик есть. Так, ладно, вот я скидываю дробаш.
Я беру твою любимую. Да блин, на пятый этот топор взял, выкинь его в ядре ни хуйня. Нормально, я холодное оружие опять. Топор полная лажа. I got four loads left. Так, сейчас надо заколачивать эти проходы. Мы так это не прошли, насколько я помню. Блин, они, по-моему, идут. А откуда они щемиться будут? С этих дырок все тут эти. Ага. Надо там сидеть, где мы оружие собирали. И по одному их выпиливать. Да, они будут сейчас пачкой идти. Серега, здесь будет сидеть? Да-да-да, там надо сидеть. Они сейчас будут тут пачками выходить. Так что вооружайтесь, берите самое все мощное. Вот калаш, калаш возьми. У меня есть калаш, мне патроны нужны. Да тут все пустое. Вот разряди калаш. Сейчас, подожди. У меня сотня получается, и могу сейчас выкинуть. О, у меня еще на М-ку есть, вот эти есть. Вот, я... Забила, у кого есть? У меня. Нет, берите его на М-ку. Мне нет, М-ка не нужна, мне калаш нужен. Блин. Что я там еще подобрал? Вот, там короче, на калаш у меня получается... Сейчас. 30-140 где? Так, я пока заколотил, ну, смотрите. Вот эти патроны черные, на что патроны? На магнум. Смотрите, я пока заколотил, если что, вот здесь они будут лезть. И отстреливайте, пока доски есть. Просто можно держать пока так. Я пока тоже буду стоять у одного входа. 6 патронов на магнум. О, еще патроны добавились. Вот, возьмите кто-нибудь эмку с патронами. Да. Снайперки нет у тебя? Снайперки? Нет, по-моему. Так, где кто живой? Буба, мы тебя ждем. Давай, иди к нам уже. Сейчас одного отставшего от стада прирежу и приду к вам. Кого это? Сашу? У нас добежит и добежит. Забирай Санька, он там. Так, да он отстал от стада, все его прирежу, подождите. Короче, все, получается, сидим вот тут, вот на маленьком проходе. Да, единственное, что вот через эти два прохода, где заколочено, они будут лезть, пока заколочено, можно отстреливать. Я один проход точно смогу держать. Хорошо. Да, я один держу давай проход, вот если что. Хорошо, там надо рычаг активировать, тогда они, по-моему, начнут лезть. Давай подождем, сейчас Буба придет, Сашка. Да, пусть подойдите. Я пока тут еще подзаколачиваю. Так, смотрите, я пока вам оставлю еще молоток с досками. Дробовик тут чей. Вот здесь, если что, это когда будете... Саньку, короче, чтобы у них тоже было... Смотрите, ребят, когда будете здесь внутри, вот здесь молотком все заколотите по одной или две доски, чтобы они, если что, не лезли. Так, они... может, сразу заколотим? Не-не-не, вам же надо будет потом вернуться сюда, если что. Пусть один так просто на году... Можно снизу отставить, чтобы право. Да. Ну, если хотите, так. Ну, у меня нет места, у меня все забито циркуляркой, питоном и блоком. Саша здесь. Где? А, вон все. Санек, бери, выйди нахуй. Так, ну че, берите самое тяжелое оружие, которое есть, потому что их будет очень много. Я только топор из холодного. Вот, 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 Санек, есть М-ка, глянь, Саша. Ой, о, хоть что-то. Вон два глока, из которых можно патроны достать. Вот. Так. До хуя там бегает прям, да? Да, да, здесь до хера будет. Единственное... Сейчас я глоки разрежу. Да, еще что, вот здесь надо будет, короче, где вот этот большой вентилятор, справа от него будет дверь. Туда надо, короче, вверх будет бежать по лестнице и пробиваться. Там будет очень много зомби. А дальше вверх по лестнице, влево будет длинный проход. Туда тоже надо будет пробиваться. Так что... Надо будет... Так, калаш не трогайте, это мой. Надо будет попотеть. Так, глок здесь будет лежать чей-то. Так. Ну все, по идее. Так, глок есть. Так, это я скину там вот все. Пустые вот тут калашника венка. Все, я глок пустой выкидываю в центр. А там лежит полный, и патроны лежат от него. Вот две коробки. Спасибо, положил. Так, ну че, тогда держите тогда оборону, начинаем. Да.
Все, жмите рычаг, я буду вот этот слева тогда держать, а лиман вон тот крайний. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти, что здесь делать? Давайте сначала. Смотрите, сейчас будут зомби с этих двух проходов лезть, надо, короче, отстреливать пока из доски. Если досок будет меньше, забегайте в убежище, там потом заколачивайте на одну или две доски. Когда уже поймете, что их слишком много, и заходите туда сразу. Буба красавчик сразу, блин, активировал. Так о, что... Так что просто пока держите их, чтобы они не влазили. А другие пусть прикрывают, если вдруг они там, где вот этот вентилятор полезут на всякий. Ладно, мне с циркуляркой, что делать? Тебе с циркуляркой, если что, ты будешь держать впереди вот этот. А, вон они оттуда тоже лезут. Держи, короче, циркулярку. А сзади-то бегут, да хуя! Тогда заходим, все быстро, заходим, заходим, заходим. Все внутрь, 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 внутрь. Внутрь, все внутрь. Да блин. Так, заколотить надо все нахер. Буба, заходи. Заходи ты ж, блин. Ай, херен, короче, с ним. Давайте заколачиваем. Потом там. Заколотите кто-то. Да. Сейчас, Дарк, мы уже заканчиваем, блин. Буба тоже молодец, нашел, что за карту, блин, выбрать. Не сказали же короткую. Видите, Буба, он телепортнется сразу сюда. Да. Сейчас, мы уже тут заканчиваем. Осталось буквально минут 5. Там что, не хватит там нахуя, придурок. Его данный вход, глянь. Да, что говорю. Вдалеке, посмотрите, там зеленый туман где-то. Да. Ебать. Так, ну я схожу, что они пока вдалеке. Все пустое. Вот, отлично. Красиво было. Блин, тут долбанное. Есть у кого таблетки? Бин есть. Большие, блин, таблетки уже. Какая-то впада у меня за... Блядь, Буба! Черт. Не тем это заражение. Так, ладно, ребят, вот вам дробовик. Тут, короче, куча патронов к дробовику. Вот, держите, кому надо. Я сейчас оно сдохну. Пистолет вот заряжен. Я есть винт, аптечка. Вот. Все. А дальше они я... Они прорвали, слева прорвали. Ну, куда мои патроны делись? Что за фигня? Где? Было столько патронов. Блядь, они уже туда рвутся, нахуй. Так, я сейчас оживу, меня прибьете, если что. Они уже сюда рвутся, в эту дырку, да. Ничего, ничего, отстреливайте, они так и будут рваться. Пока там не будет момент, когда нужно будет побежать. Так, я подох в убежище, меня там застрелите. И вы сейчас там зомби. Внутри вас. А, встал, встал, Сережа встал. Все, шапка слетела нахуй. Шапка слетела. Так, о, я еще нашел тут оружие. Отлично. А кто меня ударил? Как? Вот опять зачистка через стены бьют, суки. Буба, там за тобой орда целая горящих, нужно их не пускать, блять, сюда. Буба своя игра, походу, там. Так, блядь, ёбаный в рот, гляньте, их толпа целая. Да нормально, не ты, прорвёмся. Да в меня, сука, не стреляйте! Не убейте его только, блин. У меня уже жизни нету, все серое, сука, на мир собачьими глазами смотрю. Так, я уйду, я иду на помощь. Во, все, открылась дверь, сейчас вам надо прорываться. Вот, дверь откроется, бегите туда все наверх по лестнице, аккуратнее будьте. Это где? Да, туда это куда? Вон это где вентилятор, где? Где дым, где дым? Блять, ага, где дым, нахуй-то? Туда, короче, надо. Там еще будет куча этих убытков. Где этот дым? Куда бежать? Вот куда? Где я. Да выкинь ты, сука, вот этот где дробовик. Так. А, вот, все. Все есть. Так, здесь сейчас будет очень много зомби, осторожней. Кто там остался еще? Куда бежать? Вот за мной, только осторожно, сейчас здесь тоже много будет. Вон, да, Серег. Игра тоже. Нет, тебя там поднял. Осторожно, сейчас здесь бегунов будет много. Близко не подходите. Надо сначала чуть зачистить, время у нас есть. 11 куда минут. Дальше? Вот это мы попили. Меня что-то ванкотнуло просто. Там, хотя я раненый был, что меня там ванкотнуло. Так, время у нас еще есть.
Так, попробую пробиться. Булярку мы забрали. О, пробиваемся, тут мало, пробиваемся. I got 7 loads remaining. Все, бегите, проход свободен, бегите. Туннель. Yeah. Вот туннель, по лестнице, и там дальше будет слева туннель. I got 6 loads left. О, лестница. Все. Да, блин, зависает. О, анимушу изнутри вижу. Это полный ужас. Негра забыли, блядь. Все, безопасная зона. Аллилуйя. Вот это я понимаю, бункер, блин. Не, бэйби. Ну, конечно, классная миссия, что могу сказать. Фу, все, наконец-таки прошли. Поздравляю всех, все красавцы. Ни хера себе, новый рекорд. Все выжившие. Рекорд. Да, все выжившие. Так, теперь я на стрим Dark Knight. Dark Knight, запускай стримчанский, я к тебе сейчас тогда. Все к дарняше. Да, все к дарняше, он сейчас будет сами хил стримить. Thanks for watching everyone and BV. О, Жанович даже сыграть решил. За Гамеза, за победу. Прям Михаил Крут. Михаил Крут. Тебе спасибо за терпение. Что, разбегаемся, да? Да, уже разбегаемся. Когда еще соберемся? Вот в чем вопрос. Кто когда сможет? Неделю хотя бы, на пару-тройку часов. Да, можно какой-нибудь день выбрать такой определенный. Ну, в общем, спишемся, если что, ВК, там скажете, что да как. Какой день кто сможет. Народ тоже мы там возьмем к себе. Да, ребята, это была победа. Ну все, в общем, завершаю эту трансляцию. Всем спасибо, ребята, всем счастливо. Пока-пока. Всем пока. Пока. Я исчезаю.